Вы приз? Он самый. Добро пожаловать. Милости просим. Вы, я полагаю, вы рок. Рок. Добро пожаловать и вам также. Дел хватит на всех. Вас немедленно проводят на стройку. Вы наверняка отметите немало производственных сложностей, но не удивляйтесь тому, как много внимания мы уделяем гигиене на местах. Логично предположить, что вы рейс. Простите, я уделяю вам так мало времени сегодня. Утром мы еще увидимся, чтобы поближе познакомиться. Вас разместили? Мы только прибыли. Значит, мне посчастливилось застать вас с самого начала. Ваше назначение ко мне не обошлось без происков в Министерстве архиепископии, но это не важно. В таких сотрудниках, как вы трое, я сильно нуждался. Вы можете мне помочь нести всю тяжесть этой гигантской стройплощадки? Идите тотчас с ней знакомиться. Подойдя поближе, вы увидите давлеющие над подчиненными ему постройками здания. Группа, в общем, производит объемное впечатление, представляющееся мне лично необходимым на широких пространствах. Мы спокойнее переговорим попозже вчетвером, когда сможем увидеться. Пока же я оставляю вас с моей племянницей Альбиной. Господа, ваше присутствие наполняет меня радостью, оно пробуждает во мне надежду. До скорого. Ну, сегодня же, окей? Ну, а ты? Ты, дитя, как ты их находишь? Прекрасные парни. Ты не хочешь признаться мне, что они занятные парни? Отличные ребята. Целомудрие. Целомудрие, господа, целомудрие. Я вас ей доверяю. Вы будете в очень хороших руках, столь же дорогих для меня, сколь незаменимых. Мастер, я должна с вами поговорить. А что? Мы сейчас занимаемся чем-то иным? Не извольте гневаться, мастер. Это вы говорите. Точно. Ну хорошо. Говори, дитя, говори. Я тебя слушаю. То, что я хочу сказать вам, мастер, требует времени, вашего внимания, спокойствия и более уединенного места. Не сейчас. Когда, мастер? Позже. Я вынуждена настаивать. Позже. Займись моими сотрудниками. Проводи их лично на стройку, проследи, чтобы они устроились, чтобы им всего-всего хватало. Делай все для них, как если бы ты делала это для меня лично. Окей? Господа, ну вот мы и на месте. Наше время действовать. Но нас принимает его племянница. Племянница, как говорится, в стиле племянницы господина Вольтера. Никто не может ничего получить на стройке без ее благорасположения и посредничества. Значит, вперед на племянницу. Как ты быстр? Галопом. Дурное начало для дела, которое нам предстоит выполнить. Говорю галопом, не оставляя смазливой Альбине времени даже вдохнуть. Чем быстрее я уложу ее в свою постель, тем быстрее престарелый козел будет на коленях. Это тебя хорошо продвинет. Нам нужна его тайна. Альбина вдохнет ее аромат. Нам нужен его авторитет на стройке.
как только он нам его уступает, я верну ему племянницу. Вернешь? Ты же ее еще не взял. Когда я смотрю на девушку, я ее щекочу. А уж если я к ней прикасаюсь... Тогда она тебя шарахается. Вовсе нет. Если я к ней прикасаюсь, то в самую цель. Дурное начало, я вас уверяю. Мы имеем дело с сильной участницей. А вы слышали, она зовет его не дядюшка, а мастер. Как говоришь? Мастер. Как говоришь? Мастер. А как козочки называют своего козла? Мастер. Вот видишь, он хороший зодчий, но козлище. Отбери у него козочку, она тебя зажарит. Старики нуждаются в помощи для любви. Если он ревнует, зачем нам ее подбрасывать? Для проверки. Мне не нравится эта манера посылать нас в начале на стройку. Это отдает испытаниям или экзаменам. Девушка говорит, мастер своему дядюшке, вы находите это нормальным? Тебе сказали уже, что она его племянница в вольтерианском смысле. Порадуемся тому, что у него есть такие слабости. Мы должны для начала выудить из него тайны, а потом уже принуждать к коллективному управлению стройкой. В таком ключе ты мне больше нравишься. Мы прибыли сюда вооруженными лучше, чем он думает. Но, внимание, он воспользовался высочайшими протекциями, взял заказ на зависть всей Европе. В его вкусе всегда было покровительство великих, так что он вполне способен на притворство. Еще как способен. Так вот, не забывай этого, галопируя к юной Альбине. Разве я похож на того, кто падает с лошади? Перескажи мне малость, как племянница его называет? Мастер. Назови меня так же, чтобы мне стало жарко везде. Мастер. Господа, видя вас такую решимость, я уверен, что мастер потерянный человек. Мастер! Добрый день, мама. Добрый день, сын мой. Как вы себя чувствуете, мама? Я держусь вполне сносно, сын мой. И спасибо тебе, что ты вспомнил о моем существовании. Каким новым ненужностям ты посвящаешь свое время, проведенное вдали от матери? Я открыл новую стройку. Вот. Еще одну. Надо же, какая... страсть к строительству. Что ты надеешься получить от всех этих никчемных сооружений? Деньги? В них ты не нуждаешься. А, славу! К чему она в этом мире? Ах, мама, а зачем вы меня создали? Создала? Я тебя не создавала. Твой создатель – Бог. Я просто родила тебя на свет. Как вам будет угодно. Никак мне удобно. Угодно. С самого раннего возраста я учила тебя выражаться надлежащим образом. Тебе известно, насколько мне отвратителен приблизительный язык. Ну, конечно, мама, конечно, старая распря между нами. Хорошо. Скажем так, я рождаю на свет здание. Вот, очередное. Увы, сплетен предостаточно. Колонны у фабрики. Ну, да,
Колонны, мама, колонны. А что? Ты что угодно придумаешь, лишь бы о тебе заговорили. На этот раз тебе это снова удалось. Эта история с колоннами принесла тебе огромный ущерб. Ты закончишь тем, что выведешь государя из терпения. Рекламщик, сын мой, ты просто рекламщик. Я согласен с вами, дорогая мама. Всякий зодчий, в общем, всегда рекламщик. Иначе как бы он находил кредиты на строительство, завоевывал доверие государя и его министров. Я рекламирую, чтобы строить. Лично я задаюсь вопросом о том, что меня больше огорчает. Иметь дурного сына, творящего зло. Или слушать разглагольствование о его необходимости. Малое зло во имя большого добра, мама. Я покрыл всю страну роскошными зданиями. Благотворительность движет моей волей, гражданская безопасность возносит мою мысль. Гений стряхивает узы привычек. Что должен делать зодчий, сохраняющий в глубине души искру священного огня, который воспламеняет людей к этому предрасположенных? Он обязан все возвести к принципу единства, без промедления, запечатлевая в своих произведениях отражение своей независимости и доброго нрава. Послушайте этого рекламщика. Независимость еще куда ни шло. Но добрым нравом ты никогда не отличался. Что есть доброта, мама? Та, которой самой такой этой доброты совсем-совсем немного. Мрамор струится свежестью, дуют ветры, лаская своды портиков. Святилище открывается, и порывы сердца отождествляются с плодотворным духом. Реклама. Сын мой, реклама. Твоя мать, знающая тебя, не клюнет на эту приманку. Что я еще могу сделать, чтобы вам угодить? Вы можете многое. Скажи уж скорее, что она может все. Нет, все она не может. Как, она не может все? Ты заставляешь ее краснеть. Она все не может. Будучи угодно тебе, она рикошетом становится неугодна мне. Я нахожу вашу галантность слишком навязчивой. Что вы об этом думаете, Альбина? Я ничего об этом не думаю и нахожу вас простофилями всех троих. Вы не находите, что он более простофиля, чем я? Знаете, он закусывает сладкое вино сырым луком. Знаете, а он сказал: «Мастер», имитируя блеющую козу. И это все ваши впечатления, полученные от стройки. У нас есть один вопрос, который мы хотим вам задать. Ну, я дам вам ответ, если его знаю. Правда ли, что у него бессонница? О ком вы говорите? О мастере. Ты плохо сказал. Повтори. О мастере. Так правда ли, что у него бессонница? Рассказывает, что когда наступает время ложиться в кровать, его разбирает тоска, и он просит у вас отвар редких трав. Ну, как я могу это знать? Я с ним не сплю. Отличный ответ. Браво, Альбина. Которая лучше растяпа. Каким образом она могла бы знать то, что мастер нуждается в отваре? И даже если бы знала, с чего бы она стала тебе рассказывать? Чтобы сделать мне приятное.
А чтобы сделать приятное мне, она тебе ничего не скажет. Тем не менее, у нас есть право узнать, болен мастер или нет. Вы закончили с этим? Едва ли, мы только начали. В каком тоне вы со мной разговариваете? Если вы будете так продолжать, я вас здесь оставлю. Я сделала все, чтобы принять вас наилучшим образом, но никто меня за это не отблагодарит. Мастер так болен, что не может принять нас лично и персонально проводить настройку? Мастер совершенно здоров. Не сердитесь, моя прелесть. Ваша прелесть? Вы бы изволили сменить со мной тон. Я не обязана терпеть ни вашу галантность, ни ваши инсинуации. Стройку я вам показала, отвела вас в планировочное бюро. Вы ни на что не смотрите. Как это? Я безостановочно созерцаю вас. Здесь есть вещи поинтереснее, чем моя маленькая персона. Я видел. Я обеспокоен так же, как обеспокоены при дворе, в министерстве и в архиепископии. Для мастера было бы лучше, если бы слухи о его бессоннице подтвердились. И почему же? Как мог царский архитектор вообразить себе эти колонны для фабрики? Поймите нас, моя дорогая Альбина. Вы принимаете нас от имени мастера. Мы обнаруживаем существенное отклонение от нормы, как на стройке, так и в чертеже. Мы имеем право задаться вопросом. Если бы эта история о редких травах против бессонниц подтвердилась, мы могли бы позволить себе подумать, что мастер мог стать жертвой галлюцинаций. К черту! И вы бы взяли на себя управление стройкой вместо него? В его же интересах. Также в интересах царя. Осторожнее, господа. Мне рассказывали о мухах интриги. Вот как они вас ужалили. Даже волдыри выскочили. Может быть, вам лучше вернуться ко двору? Там, говорят, хорошо излечивают такого рода недуги. Что я должна делать с этими тремя компаньонами, мастер? И вы? На что вы можете надеяться? Я дал тебе задание их принимать, сопровождать и везде за ними следовать. Зачем? У меня свои соображения, дитя. Я не знаю, что им сказать. Мне с ними или скучно, или они меня раздражают. Скажи мне услугу, отнесись к ним со вниманием. Они убивают меня пустыми разговорами. Когда я с ними, я чувствую себя тающим в воде сахар. Дитя, тающим в воде, говоришь. Я начну опасаться этих скучных и раздражающих молодых людей и их власти. Обольщение. Почему молодых? Они молодые. Вы знаете, что мне нравятся либо подростки, либо очень зрелые мужчины. Между ними ни рыба, ни мясо. Уверяю вас, я совершенно не таю перед ними ни эмоционально, ни эротически. Всего лишь теряю чувство существования. Настолько они мне скучны. Точно. Лично я считаю, что настало время существовать тебе самой по себе. Существовать самой по себе? Воистину. Поговорки на ветер, не дающие в сердце корней. Мастер, умоляю вас, прекратите повторять мне, как невнимательная ученица, не желающая усваивать то, что я должна существовать сама по себе. Я в совершенстве поняла, что вы желаете,
но не уступлю вашим пожеланиям и приказам. Никто не существует сам по себе и никогда не существовал. Для начала, чтобы дать нам жизнь, нам необходимы родители. И впоследствии все мы существовали благодаря любви тех, кто в нас вошел. Как через закрытые окна большого дома врывается ветер в 50-комнатную анфиладу. Ну вот, не закрывай своих окон. Ты отказываешься интересоваться тремя мужчинами, как ветхая женщина, которая боится ветра из-за уложенной под лаком прически. О, я признаю их способности в перемещении воздуха. Ну, сперва сквозняк врывается в комнату с анфиладами из 50 залов, и это чудесно. И тут же ты презираешь тех, кто сотрясает воздух. Видите, вы тоже прекрасно понимаете различия. Мастер, если вы действительно думаете, что мое место больше не с вами, что мне действительно следует скатиться до этих трех компаньонов, то я, наверное, просто предпочту покинуть строительство. Твое суждение о них уже до такой степени сурово? Да. Расскажи мне побольше. Ну, почему вы не можете мне сказать ясным образом, что посылаете меня к ним с тайной миссией? В таком случае я согласна. В таком случае я больше не таю, как сахар в ложечке, но напротив становлюсь тверже, держу глаз открытым, уши напряженными, оттачиваю память и все вам докладываю. Тише. Тише, дитя. Осторожность. И чтобы я могла лучше наблюдать, вы хотите, чтобы все эти господа поверили, что мы немного поссорились, вы и я? Я даже скажу вам больше. Вы должны разговаривать со мной на людях еще строже. У нас раздор, мастер. И я переживаю все ужасы опалы. Крайне, крайне, крайне осторожно. Ведь я верно догадалась, так? Хорошо, я буду вашей шпионкой. Я буду докладывать вам, о чем они говорят и что делают. Когда, мастер? Как часто? Что? Каждый день? Каждый вечер? Ну что заставляет тебя думать, будто у меня есть повод для подозрений и намерения для шпионажа? Регис метит на ваше место. Амбиции в его возрасте мне кажутся вполне естественными. В его возрасте? Что имеется в виду в его возрасте? В вашем возрасте, надеюсь, тоже еще есть амбиции? Вы по-прежнему честолюбивый мастер? Вы славите лучшим архитектором Европы? Надеетесь на большее? Не задавай такого рода вопросов. Дитя, мои ответы могут сделать тебе больно. Чтобы посмеяться над вами, мастер, Брис имитирует коз, когда говорит «мастер». Молодость должна защищаться от подчинения неуважением. Мне не нравится его манера смеяться, когда он блеет. Вероятно, я слишком легко согласился с тем, чтобы на моих стройках приумножились знаки внешнего почтения ко мне. Зато Брис не может себе представить, сколько взамен мне приходится терпеть унижений при дворе. И какую спесь от великих мира сего, иначе я строил бы только сараи для кроликов и ничего другого.
А что касается рока, я не знаю, что именно в нем такое беспокоящее и колючее. Он самый-самый жесткий из всех трех. Я это сразу увидел, его глаза мечут огонь. Он должен быть из тех, кто снимет квартиру с видом на площадь с гильотиной лишь за тем, чтобы понаблюдать за мучениями приговоренных к смерти. Удовольствие. И вы хотите, чтобы я обратила внимание на этих людей? Для этого вы меня удаляете от себя? Ты красота, красота моей жизни, дитё. Ты ее свежесть. Я отдаляю тебя от себя для того, чтобы ты смогла взлететь и запеть, как птица, чтобы быть счастливой. Мое счастье петь рядом с вами. Как долго, дитя, как долго, как долго. Добрый день, мама. Добрый день. Теперь твои визиты становятся все менее редкими. Однако говорят, что твоя последняя стройка заражена гигантоманией, и что прибыла целая армия молодых архитекторов, чтобы тебя обхаживать. Она будет тебе стоить много денег. Опасайся излишеств, сын мой. Слишком много говорят. Не притворяйся, что тебе это неприятно. Ты обожаешь, когда говорят о тебе и о твоих постройках. Последний вызывает всемирный ажиотаж. Ты сам этого возжелал. Чтобы жить счастливо, поживем скрытно, мой сын. Когда ты излечишься от твоего строительного безумства? Так странно, дорогая мама. Всю мою сознательную жизнь, как только я чего-то желал. Жаждало ли меня что-то привлекало? Вы видели в этом безумство или извращение? Как можно вообразить, что я излечусь когда-либо от строительного безумства? Я скорее умру. Действительно. Я часто должна была противостоять твоим желаниям или идти наперекор твоей воле, так как ты безостановочно желал того, что было тебе во зло или во вред. Во вред. Если я полагаю, что воздвигаю здание, я на самом деле выстраивал время. Выстраивал время? Что еще за галиматья? Ты вскружил себе голову, сын мой, и кончится тем, что ты примешь себя за Бога. Он один знает начало и конец времен. Нет, мама, нет. Я совершенно не принимаю себя за Бога. Я с ним соперничаю. Ты соперничаешь с Богом. Ну, хорошо. Значит, ты заранее проиграл. Для Бога твои здания – пыль. Он дунет, и ничего не останется. А что, если мой вызов Богу происходит из той идеи нашего с вами детства, когда я мог выстраивать время так, как приостанавливают течение реки? У нас сегодня одинаковый возраст, мама. Я сын вдовы, ребенок без отца, архитектор. Вы моя сестра. Словесная каша. Вы превращаете в кашу свою самую большую ценность – язык.
Никто никогда не останавливал рек и не выстраивал времен. Если я твоя мать, а к моему несчастью так оно и есть, как я, по-твоему, могу быть твоей сестрой? Я знаю, что речь идет о поэтическом образе, о вольности. Но позволяя себе вольность, можно говорить все, что угодно, думать все, что угодно. И колонны вырастут на фабрике, как павлиные перья на курином заду. Ха. А правда ли, что ты просишь называть себя мастерно в твоих стройках? В соответствии с принятым порядком, мама. Ты сохраняешь принятые порядки, когда они тебя устраивают, и избавляешься от них, как только они противоречат твоим необузданным амбициям. Должна ли я также называть тебя мастер? Действительно. Ко мне никогда не обращались по имени. Когда я был маленьким мальчиком, знаете, как меня называли, помните, сын вдовы. Сегодня на стройках компаньоны и рабочие говорят «мастер», чтобы обозначить, о ком идет речь. Какая разница, мама, ну какая разница? Этот последний титул легок для меня, в то время как первый тяжелым грузом уловил на мое сердце таким тяжелым, что без сомнения я мог бы сказать ему «спасибо» за мою тягу к знаниям, к зданиям и к тому, что преодолевает время, к тому, что вызывает восхищение у поколения. Ах, мама, 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 я много, очень много трудился, чтобы стать тем, кем я стал. Дурной сын. Ты просто дурной сын и нечестивец. Для меня существует только один мастер. И его зовут Иисус Христос. Он заслужил того, чтобы услышать, как мать назвала его мастер, потому что он любил свою мать и дал ей первое место среди людей. Ты, сын мой, заходишь слишком далеко, чрезвычайно далеко в своих амбициях. Колонны для фабрики. Бог тебя накажет. Тем не менее, дорогая мама, государь одобрил мою подобную идею. Дурной сын, нечестивец, дурной подданный. Хотела бы я знать, как тебе удалось обмануть государя. Мама, не сердитесь. Ну, представьте это министром. Им удастся разрушить то, что я построил. Ваш гнев меня омолаживает. Он возвращает меня в детство. Я и мечтать не мог об управлении большими стройками, как стал красть камни, чтобы тайком воздвигнуть овчарню моему барану. Твой баран был овцой. Фермер искал ее повсюду. Как же, она ягнилась в овчарне, которую я ей выстроил. Я все еще слышу, как вы на меня орете. Я не кричала, а пожурила тебя. Ты это полностью заслужил? Как же? Тройное преступление? Во-первых, украл камни, во-вторых, украл барана, оказавшегося, к ягчающее обстоятельство, овцой, в-третьих, овца-ягница. Кто-либо когда-либо совершал настолько гнусное, тройственное, впечатлительное преступление построить для самки, которая ягница, не будучи моей матерью, становится матерью, в то время как моя собственная мать – вдова. Какая гнусность! Вы приказали убить Агнца.
зарезать овцу и сравнять овчарню с землей. И теперь удивляетесь, что с того момента я не перестаю строить. Кстати, об овце. Сын мой, как у тебя обстоят дела с твоей малышкой Альбиной? Ваше кстати должно меня поранить, дорогая мама. Почему поранить? Просто бывает что-то кстати. Хорошо, дорогая мама, но имейте в виду, что сегодня я уже не позволю зарезать моих овец. Кто говорит тебе о том, чтобы зарезать Альбину? К счастью, никто, ибо тому или той, которая на это отважится, жить останется недолго. Прости меня. Я не кстати распалила твою вечернюю страсть. Вечернюю, мама, вечернюю. Лучше не скажешь. Возвращаясь к Астате. Кто эти трое новоприбывших, которые, как мне доложили в сопровождении Альбины, поднимают много ветра на твоей стройке? Это три компаньона, подосланные мне архиепископом, министром или лейтенантом, или генерал-лейтенантом полиции. Я поручил их Альбине. Опасаетесь ли вы, что они воспылают какой-либо утренней страстью к одному между собой, Альбина и кому-то из них трех, если бы это вот произошло, моя дорогая мама, увидели бы вы в этом какое-либо зло? Я бы увидела только добро. И я тоже. Я тебе не верю. Либо же ты желаешь причинить самому себе боль, как ты всегда это делал, упорно отказываясь от моих советов. Ясно, что ты не изменишься никогда. Никогда, мама. Я же вам уже об этом говорил. Я же приостанавливаю время моими строениями. Вы помните? Как в запруде перед мельницей скапливается речная вода, но время продолжает течь. Вы правы, мама, мой вечер уже наступил, а для этих трех молодых людей, которым некий министр или архиепископ поручили меня погубить, пока лишь пришло время для утреннего туалета. Как ты смеешь говорить, что остановил время? Я это сказал. Простите, что я сказал «я». Я. Мои постройки приостанавливают время. Мои произведения, или, если вам так нравится, плод моих действий, затем, как та речная вода, скопившаяся на протяжении какого-либо времени, все утечет к мельничному колесу. В ожидании... У меня нет больше возраста, мама. Я чувствую себя вековым или старше. Таким образом, мамочка, вы стали моей сестрой, моей сестрой, моей сестрой, мамы, моей сестрой. Милочка, а нам удалось вас приручить. Разве я дикое животное, нуждающееся в приручении? Нет. Все же да. Ну, как это даже? Косуля или пантера, не знаю, но с нами вы были дикой. Как это? Ни одной улыбки, высокомерный вид, педагогическая строгость и, в первую очередь, веющий от столь красивой женщины ледяной холод. Значит, ты считаешь ее красивой?
каких только женщин, кроме бесформенных бедняжек, не находят красивыми. Я тебе припомню этот удар ниже пояса. Для меня важно то, что Альбина сменила настроение в нашу пользу. Значит, она сможет нам сказать, обоснован ли распространившийся слух. Какой еще слух? Ходит слух. Скажите, пожалуйста, какой именно? Альбина впал в немилость. В немилость? Ну да, в немилость. Теперь мастер встречается с ней только раз в 2 дня и больше не видится с ней по вечерам. Это значит, что мы так и не узнаем, пьет ли мастер свой отвар перед отходом ко сну. Перед попыткой заснуть, ты имеешь в виду? Альбина, что вы думаете об этом слухе? Вы нам скажете, наконец, что происходит? Вы закончили кривляться? На стройке перед чертежами вы задаете мало вопросов. А тут я просто восхищена тем смыслом, с которым вы выговариваете бессмысленные слова. Не настолько бессмысленные, как вам кажется. Ну, вы же сами видели, что у мастера самое лучшее в мире здоровье. И кроме того, господа, вы меня утомляете и надоедаете своими несуразными вопросами. Вы с этим закончили? Поговорим серьезно, Альбина. Что означает эта манера мастера передавать нас в ваши руки? Он с трудом цедит по одному слову, то там, то сям, утром и вечером. Разве мы дети, чтобы представлять к нам няню? Ведь женщина, Альбина, очень красивая женщина, несмотря на ваше познание в зодчестве и мужской костюм, мы вас утомляем, надоедаем, говорите вы. Меня лично утомляет и надоедает то, что я должен через вас получать функции на строительство. Мастер в своем величии не может снизойти до наших ничтожеств. Ходит слух, что вы тоже потеряли его расположение с момента нашего прибытия. Говорят также, что стройка отклоняется от курса, и определенно говорят слишком часто. Отклоняется от курса? Ну да. Как дрейф судна без капитана в плену ветров, носимого бурей. Ну какой бурей? Ну что вы тут изобретаете? Работа продолжается не более или не менее, чем перед вашим прибытием. Вы претендуете на управление столь значительной строительной площадкой? Кто говорит об управлении строительной площадкой? Мастер здесь живой, при полном обладании своим искусством и своим гением. Никакой деривации, никакой бури. Почему же тогда мастер скрывается? Зачем он ставит нас в вашу зависимость? Мы имеем полное право получить разъяснение, ради бога. Я ничего не понимаю в галереях первого этажа и задаюсь вопросом, почему интерколумний сужается ко входным дверям, как указано в плане сечения. Причина нее. Ты же знаешь, что мастер видится с ней лишь в свободное время. Если интерколумний сужается, она не виновата. Ну, естественно, он сужается, им управляет пропорция. Пропорция, вы слышите? Так она будет давать нам уроки. Когда вы увидитесь с вашим дядей сегодня вечером или ночью, подавая ему зелье, передайте при этом, что мы теряем терпение. Необходимо, чтобы он нас принял и поскорее. Иначе мы можем учинить на стройке некоторый беспорядок. Пропорция. Очередная из его тайн, несомненно. Вот видишь, ты только что ошибся. Судно не дрейфует из-за отсутствия капитана. Им управляет пропорция. Вы поставили меня в невыносимую ситуацию.
Я слежу, насколько могу, чтобы разузнать, что. Бессмысленная болтовня. Постоянно одни и те же претензии. Они желают встречи и считают, что я в опале. Воистину, они правы, я в опале. Так вы отправили меня к этим троим только для того, чтобы удовлетворить вашему агентурному капризу. Я даже не знаю, в чем могу быть вам полезна. Нищие быть мне полезной, дитя, ты и так бесконечно ценна. Задаюсь вопросом, в чем именно. Мне достаточно знать, что ты есть в этом мире. Тема с опалой, может быть, и вызвала и доверие, но мне она сильно повредила. Вся стройка об этом говорит. За своей спиной я слышу шутки, некоторые из которых, уверяю вас, совсем не забавные. Бывшая потаскуха мастера. Ладно, еще потаскуха, но бывшая. Меня это так сильно задело, что я покраснела до ушей. А вас? Вас это оставляет равнодушным? Совершенно напротив, как они смеют. Ну вот, ты готова расплакаться? Это бессмысленно, это бессмысленно. Бессмысленно. Я лишь наполовину уверена в своей наблюдательной миссии. Моя опала непритворна. Вы отдалили меня от себя, и я должна проводить дни с этими тремя мужчинами. Я вас знаю и очень хорошо догадываюсь, какие намерения у вас в голове. Вы хотите, чтобы я окунулась в молодость? Позвольте мне сказать вам, мастер, что я не нахожу ничего приятного в таком погружении. Я ненавижу свою жизнь рядом с ними. В вашей компании я всегда знаю, что мне нужно делать. Я чувствую себя полезной каждую минуту. Днем и ночью я люблю жизнь. Рядом с ними я должна заставлять себя их выслушивать. Я чувствую себя потерянной, опошленной. А когда я вам об этом говорю здесь и сейчас, вы смотрите на меня с недоверием и безразличием. Совершенно нет. И не с безразличием. Немного скептично. И с замешательством. С замешательством? Да, дитя мое. С большим замешательством. Эти три компаньона люди не злые. Они слишком болтливые, конечно, но проказливые, пылкие. Красивые? Разве они не красивые? Почему мне мужская красота? Регис прекрасен, признайся. Регис? Да. Слишком честолюбив, чтобы быть воистину красивым. Из-за этого у него становится жестокое выражение рта. Честолюбив до такой степени? Но не естественно ли это в его возрасте? Ну, вы вновь об этом. Он трепещет, как рыба, при мысли, что вы можете заболеть, и он возьмет управление стройкой. Он безостановочно задает мне вопросы о том, что вы пьете перед отходом ко сну. Вы приставили меня к компаньонам для того, чтобы я докладывала вам их мыслишки? Нет, совершенно не для этого. Решительно я не поставил бы тебе подобные ловушки. Скорее мне пришла в голову мысль, что, будучи вовремя предупрежденным тобой, я был бы более подготовлен ко встрече. Подготовлен к какой встрече? Встреча с опасностью. Ну, какой опасности, мастер? Какой опасности?
Как тебе объяснить? Ты прекрасно понимаешь, что то количество строек, которым я управлял за мое уже достаточно долгое существование, невозможно получить было без развития в себе интуиции, позволяющей перелетным птицам предчувствовать приближение зимы в разгар самых красивых солнечных осенних дней. Да, дитя, так оно и есть. Я предчувствую разные события, продвигаясь шаг за шагом по скользкому жизненному песку сквозь интриги. Не желая показаться несправедливым по отношению к трем компаньонам, тем не менее я предчувствую опасность. Какую? Я еще не знаю. Серьезную опасность. Бриз не представляется мне достаточно компетентным в этой ситуации. Он не понимает, почему вы сужаете интеркалумнию около входных дверей. Вот видишь, ему еще многому предстоит научиться. Что касается Региса, ты сама говоришь, что его испепеляет честолюбие. Но я был еще честолюбивее в его возрасте, однако менее нетерпелив. Намного менее нетерпелив. Или, может быть, я уже это просто не помню. Вот в чем весь вопрос, дитя, мои амбиции. Будь они даже крупнее, были ли они благороднее? И, наконец, Рок. Какой дурной взгляд. Его недовольство моими колоннами было ему подсказано. Но кем? Нет ничего опаснее в мире, чем этот род фарисеев, маскирующих яд своего коварства под личиной моральной прямоты. Я остерегаюсь этих трех компаньонов. Дитя, я их остерегаюсь по опыту, инстинктивно. Прислушиваясь к стройке, к двору, к министерским кабинетам, я поневоле превратился в старого, паскующего зверя. И теперь вот я подослал к тебе, тебя к ним, драгоценней, тебя, драгоценней, кого у меня вообще нет в этом мире никого, теперь, когда все мои амбиции удовлетворены. Продолжай наблюдать, окажи мне эту услугу. Мне было бы так неприятно ошибиться на их счет. Мастер, я считаю, что я достаточно за ними понаблюдала. Я могу вам оказать эту услугу еще раз, но от встречи с ними вам не следует больше отказываться. Ты права. Может быть, я чересчур от них уклонялся. Я их не люблю. Не люблю, дитя. Их нет. Настолько любившие компаньонов всю свою жизнь, этим троим я не доверяю. Просто вопрос чутья, инстинкта старых оленей. Однако ты права. Я должен встретиться с ними лицом к лицу. И буду с ними говорить. И что вы им скажете? То, что лежит у меня на сердце. Если они здесь для процесса расследования, то я хочу в этом удостовериться. Да, поговорите с ними. И поговорите жестко. Сорвите с них маски. Знаете, рядом с ними я живу и даже дышу вопреки сердцу. Никогда не живи вопреки сердцу, никогда не говори поперек своей мысли. Вот наибольшая из всех привилегий. Она приобретается медленно, она учреждает истинное благородство людей. Твоя молодость – мой свет. На рассвете моего последнего дня я вновь попрошу тебя. Идем. Взглянем с ясностью в этих трех подмастерьев, даже если. Даже если? Даже если. Трудно переносить в моем возрасте, более нежели в твоем, слишком резкое освещение. Окей.
Господа, я уступаю просьбе моей племянницы Альбины и охотно соглашаюсь на разговор, о котором вы ходатайствуете. Тем не менее, желаю предупредить. Я не из тех людей, кто в архитектуре забывает главный объект. Все ученики, с которыми я работал и которых так любил, скажут вам об этом, если еще не сказали. Ежели вы здесь для того, чтобы устроить мне процесс, то потеряете на нем зубы. Ибо мне устраивает процесс с того момента, как я начал строить. Если вы прибыли ко мне с чистосердечным намерением научиться, я объясню вам, почему малодушие непрерывно окружает молодость подозрениями, уважая лишь редкие привилегированные произведения. Я покажу вам также, как люди нашего искусства окружают себя своими слабостями, живут отражениями, избитыми фразами, проповедуют на злобу дня, как притупляется дух, как элементы искусства вымываются водопадами сделок. Вы, Регис, вы учились в Италии? Да, мастер. Да, итальянские монументы могут служить путеводителем, но не следует воспроизводить недостатки композитных ордеров архитектуры, которые там громоздят один на другой. Остерегайтесь идеи, весьма распространенные в наши дни, что можно применять их независимо от расположения. Я всегда обучал своих учеников тому, что необходимо восходить к принципу вещей, прилагая приобретенные знания. Кто из вас троих? Вы, сударь? Вы? Или вы? Уже нашел время, чтобы написать министру о том, что я грозный архитектор. Никто из вас троих? Действительно, может быть, вы? Нет, мастер. Нет, ну что вы себе вообразили? О, я не воображаю, мне докладывают. Значит, вы даете мне слово, никто из вас троих. Это успокаивает. Вы не составляете комиссию, назначенную для моего преследования. Прекрасно. Так зачем же вы здесь со мной находитесь? Ради просвещения, мастер. Мы прибыли, чтобы вы нас просветили. Ну вот, просветили. Я вас просвещу. Свет моих познаний притянул вас на эту стройку. Приглашаю вас угоститься в полной мере. Вы располагаете чертежами сечений, общими планами, и Альбина знает все детали досконально. Я призываю вас к их изучению. Таким образом, вы свободно отчитаетесь в том, что вы здесь увидели, перед теми, кто вас ко мне назначил. Вы глубоко заблуждаетесь относительно наших намерений. Мы ваши смиренные и преданные слуги. Большего мне было бы трудно пожелать. Неважно, в конце концов, за чей счет вы действуете, кто бы там был ни был. Последствия, хорошие или плохие, для меня будут одинаковыми. Подобные подозрения становятся в конце концов оскорбительными. Разве не поговаривают, что вы скрываете какую-то тайну? Угу. Что мы прибыли за тем, чтобы у вас ее украсть. Что вы получили задание ее у вас вырвать. Это вы мне скажите. Задание генерала-лейтенанта полиции или клерка, одна справка о фамилии которого мне принесет бесчестие перед вами. Ваша тройка составляет настолько прекрасную упряжь, что я имею право задаться вопросом, кто же держит вожжи. Нами никто не управляет, и еще меньше нас направляют. Только восхищение вашими произведениями подтолкнуло нас к вам, дабы потрудиться под вашим руководством.
Да, судя по всему, до такой степени критичное восхищение, что мне оно обходится всевозможными нареканиями со стороны архиепископа, министра и генерального управляющего. Такому мастеру, как вы, пристало презирать критику завистников. То есть я напрасно взваливаю на вас ответственность за те неприятности, которые мне пытаются создать? Совершенно напрасно. Я ошибаюсь, считая себя попавшим под ваш надзор. Наш надзор? Но кто мог до такой степени навредить нам в ваших глазах? Альбина, это вы исказили наши разговоры? Мастер. Моя племянница не имеет с этим ничего общего. Кто вам навредил, вы уже достаточно взрослые молодые люди, чтобы вредить самим себе. Кто из вас троих написал генеральному управляющему колонны на фабрике? Они приличествуют лишь храмам богов и царским дворцам. Мастер, никто из нас. Да. Я желаю колонн для фабрик и торговых палат, для игорных домов и общественных бань. Ваши колонны, ваши проекты с колоннами наделали много шума, мастер. Они нас удивили, как и всех, но я повторяю вам, что сказал Бриз. Мы ваши смиренные и преданные слуги. Слуги. Слуги, выпускающие на волю гарпий общественного мнения, оттачивающие когти зависти и предрассудков. Я не стремлюсь придать фабрикам и общественным зданиям колонны храмов или царских дворцов. Я воздвигаю такие колонны, которых вы никогда не видели. Ни у греков, ни в Египте, ни в Риме. Мастер. Все, остановим здесь наш диспут. Мы желаем работать под вашим авторитетом, над вашими благородными проектами. Не обманывайте в своих суждениях о нас, основанных на поверхностном видении. Вы начертали на пропилеях вашего прекрасного металлургического завода. Любовь права во всем. Вы утверждаете, что всегда любили своих учеников. Примите же наше прибытие к вам поближе к себе. Нам также движет любовь к прекрасному и великому, и мы сгораем от желания узнать от вас тайну вашего искусства. Какую тайну? Вот оно что. Вы говорите о тайне уже не первый раз. Вы сами сказали, что ваши дивные колонны не схожи ни с какими другими. В вашем распоряжении чертежи, сечения, планы фасадов. О какой тайне вы говорите? Вы написали: красота возрастает и убывает соразмерно противоположностям. О каких противоположностях вы помышляли? Вы также написали: гений находит лишь то, что утратили предшествующие ему века. Да, и что? Какую тайну вы в этом во всем увидели? Сокрытую мною. Ту тайну, что предшествующие века утратили. И то, что вы неожиданно нашли. Как можно с пользой работать под вашим руководством, не разделяя с вами тайны этого чудесного улова? Вы любите оракулов. Нам, несомненно, следует понимать вас иносказательно. Вас, написавшего, обнажить мораль, сорвав с нее пелену предрассудков. Я же говорил, что вы устраиваете мой процесс и что я нахожусь при вашем расследовании. Так, я покушаюсь на мораль, желаю колонны для фабрики общественных бань. Нет, сударь,
Не придумывайте никакого оракула ни в моих публикациях, ни в моих словах. Мораль обвита пеленой, да, сударь. И эта пелена называется предрассудками, да, сударь. Мне здесь нет никаких предсказаний Сибиллы. Я рад, что мои зрители вас удивляют. Если же они вас шокируют, я откланиваюсь, ибо нам нечего делать вместе, вам и мне, на одном строительстве. Диспут вернулся, мастер. И не по нашей вине. Разговор испорчен вашим вспыльчивым характером. У вас есть тайны, все это знают. Мы хотели бы разделить ее с вами, что может быть вообще естественно. Моя одна единственная тайна, если таковая есть, заключается в том, что мне удалось воздвигнуть здание по моему вкусу там, где до этого росли только репейники. Я изорвал мои одежды об их шипы. К работе, господа! Поменьше говорите, прекратите строчить министрам и канцеляриям. Я встречусь с каждым из вас лично. Мастер, вы навредили себе. Не выношу интриганов. Вы меня учили, что все идет через происки и интриги, что вам самому приходилось пользоваться ими, получая каждую стройку. Ты на их стороне? Будь я на их стороне, то имела бы основание быть довольной. Вот оно как. Ваш суровый и презрительный тон лишил их всякой щепетильности. Хорошо. Прими их в сторону, дитя, коли их деланная невинность сумела замутить твой взгляд. Они хотят мое место, они его получат, чтобы ужать эту стройку, привести ее в соответствие нормам и вкусам толпы. Угодить тем, кто им платит, поносить и оклеветать меня, кичиться тем, что вырвали у меня тайну. У бесплотных людей не может быть плодотворного положения. Высшая чернь, низшая чернь, безвыходное замешательство. Сила людей на местах, в их инерции. Я никогда не был человеком места, никогда не был. Хорошенько запомни это. Я художник, в моих произведениях отражается мой характер. Ваши произведения знамениты по всей Европе. И эти трое господ не заслуживают вашего гнева. Раз вы того желаете, я останусь рядом с ними по вашему заданию, держа глаза открытыми и слух напряженным. Я все узнаю. Чудо! О, чудо! Ну где вы видите чудо в океане гнева, лжи и мерзости? Я не вижу чуда, я слышу чудо, как ты говоришь о том, что все узнаешь. Я бы многое отдал сегодня в моем возрасте, с моим опытом, чтобы отважиться воскликнуть, как ты, я все узнаю. Я не подразумеваю под этим никакой философии. Я все узнаю про злые заговоры, которые трое компаньонов замышляют против вас. И ничего, кроме этого. Я даже не спрашиваю вас, что это за тайна, которую они хотят у вас выспросить. Нет никакой тайны.
Не начнешь ли ты теперь в твою очередь в нее верить? Мастер, я знаю, как рождается ваш гнев, и это уже достаточно весомая тайна. Даже когда ты принимаешь сторону тех, кто желает мне зла, ты делаешь меня счастливым, дитя. Я не принимала их стороны, но не могу и соглашаться с вами, когда вы так гневаетесь. Каким счастливым ты меня делаешь, когда ругаешь? Мне нравится твоя чистота, дитя. Мне хотелось бы, чтобы о моих зданиях говорили, что в них твоя чистота. Так что же? Ты-то поняла, почему я сузил антрокалумний около входной двери? Мастер, ну это настолько очевидно. Для тебя, но не для них. Поверь мне, они прибыли сюда, чтобы вырвать у меня эту мнимую тайну. Они мечтают о слове, которое я им передам, о сезаме магической формуле, которая распахнет перед ними двери прекрасного. Мастер, их глупость не так уж и велика. Их глупость. Вот ты об этом и рассудишь, дитя, и тогда докажешь мне мою неправду. Правоту. Окей. На этот раз стало ясно, что мы от него ничего не получим послушанием или почтением. Вы только зря присмыкались. Присмыкались? Не будем преувеличивать. А ты что, не присмыкался? Я не объявлял себя его смиренным и преданным слугой. Но ты не вымел милое слово против колонн. По тону его общения с нами я быстро рассудил, что не следует ничего говорить. Забавный довод. Мы молчим из любезности, а ты ничего не говоришь из соображений политкорректности. Надо, чтобы он почувствовал нашу силу. Он уступит и в колоннах, и во всем остальном. Не уступит. Уступит. Я даже думаю, что он нас уже побаивается. Его выдает его гнев. Если бы он нас не боялся, стал бы он выступать со столь длинной речью. Не будем торопиться. А тем временем уже начинают воздвигать колонны. Плевать я хотел на колонны. Но ты был послан сюда, чтобы им воспрепятствовать. Совершенно не для этого. Ты прикидываешься блаженным или потерял память? Со мной никогда не говорили о колоннах. Никогда. Мы здесь для того, чтобы взять строительство под свое управление. Если бы мастер вдруг оказался жертвой какого-нибудь срыва. Но оно не достанется нам так легко, как яблоко, само упавшее на землю. Нам нужны его тайны. Я здесь для того, чтобы воспрепятствовать колоннам. Сегодня фабрика, завтра игорный дом, послезавтра металлургический комбинат или соливарни. Что станет с Богом в этом лесу из колонн? Ты с нами говоришь? В смысле? Ты обращаешься к нам или репетируешь доклад, предназначенный для архиепископов? Чем меньше мы будем замешаны в этом деле с колоннами, тем нам будет лучше. Вы решительно ничего не поняли. Мы здесь для того, чтобы воспрепятствовать этим колоннам, оскорбляющим Бога и царя. Не воображайте же вы себе, что вас послали сюда за прекрасные глаза или талант? Мы не можем наскоком взять и начать управление такой стройкой. Нам нужны его тайны. Эти колонны – святотатство. Рок, ты заходишь слишком далеко. Тише ты, святотатство. У нас на расстоянии вытянутой руки одно из самых великих строительств. Не дадим ему от нас ускользнуть. Вырвем у него тайны, обеспечим себе управление всеми делами, и тогда настанет время рассуждать о колоннах.
Мы можем поговорить об рисе, чтобы во мне не сойтись? Сама некомпетентность. Зачем же нам его сунули под ноги? Может, нам все сильно испортить? Что будем делать с ним? Чем меньше он будет знать, тем меньше поймет. А чем меньше поймет, тем меньше нам все испортит. Вижу, мы с тобой во мнении сошлись. Не полностью. Колонны? Никогда не понимаю, всерьез ли ты говоришь, репетируешь роль для театра главы епархиального управления. А с тобой я никогда не знаю, понимаешь ли ты, что честолюбие можно поставить на службу идеям. Нет, это идеи должны нам служить, а не мы идеи. Забавная мораль. Так много людей перебило друг друга за идеи, что я предпочитаю этому свою мораль. Когда я отвергаю колонны для фабрик, это не столько вопрос идеи, сколько веры. Понимаешь ли ты, что я служу своей вере? Для тебя существует разница между службой твоей вере и службой архиепископу. Я лично, без всякой двусмысленности, на службу у себя самого. Как тебе будет угодно. И как будет угодно тебе. Я не против убрать колонны, только придется изменить все планы. Мы окажемся перед обнаженным перистелем, и большое здание в глубине станет выдаваться вне всяких пропорций. Мастер никогда бы этого не допустил. У него больше не будет права голоса в капитуле. Ну что? Что ты думаешь о Роке? Сходимся ли мы во мнении? У тебя есть... Ну так как? У него одна идея в голове. Это отмена колонн. Но я посчитал, что уже более 10 воздвигнуты. Пока мы тут колеблемся, мастер действует, и стройка идет вперед. А Рок фанатик. Согласен ли ты отстранить его полностью и управлять стройкой вдвоем? Мы вдвоем. Без мастера. Задача тебя пугает? Это слишком большая стройка, очень оригинальная в своей концепции. Мастер много работал, прежде чем ее предпринял. И тайны. Думаешь, он нам их выдаст? А вот если выдаст, желаешь ли ты поделиться ими с Роком? Нет. Рок опасен. Ты правда хочешь заключить со мной союз? Ведь мастер не собирается уходить. Или ты что-то знаешь о его здоровье? Альбина тебе сказала? Или это ваши с ней дела? Говорят, что мастер обращается с ней все хуже и хуже. Думаешь, мы можем сыграть на ее досаде, чтобы вырвать тайну? Я уже играю на ее досаде. Будь настороже. Когда женщина влюблена в другого, кажется, что ты уже получил ее, а она вдруг выскальзывает из пальцев. Как угорь. Ой, мои дела с ней идут не так уж плохо. А как насчет тебя? На что ты-то надеешься? В смысле, что я от нее жду? Нет, не от нее. От себя, от стройки, от твоего будущего, от архитектуры. Так, по-философски звучит. Ты ждешь, что... чтобы я тебе что-то сказал. Мне нужно положение. Какое положение может быть лучше, чем царский архитектор? Можешь на меня рассчитывать. А ты на меня. Но все же нужно для начала, чтобы мастер соизволил на нас взглянуть. Мы можем также захватить его внимание силой.
Слава затуманивает его дух, затемняет его взгляд, но мы вызываем у него страх. Он чувствует приближающийся конец. Ты так считаешь? А ты понаблюдай за ним. В то время вы говорили мне: ты мое будущее. Ты всегда будущее, дитя, всегда. Когда я представляю фонтан, бьющий после того, как я перестал существовать, он брызгает в твое лицо. Какой фонтан? Любой фонтан. А-ля-ля-ля. Тот, в котором вы омыли мне ноги в вечер моего 20-летия. Этот фонтан не действует. Засох ковер холодного мха, в котором увязли каблуки. Тот фонтан исчез навсегда. Мастер, я это знаю. Он исчез в тот день, когда вами овладела мания называть меня дитя. С этого дня вы смотрите на меня иначе. Вы отделили мое будущее от вашего. До этого вы называли меня просто Альбина. Но вы меня отдалили. Я не желала с этим соглашаться. Я должна была отказаться, но вы меня принудили. Принудил. Думаешь, что тебя можно к чему-то принудить? Да, дурной аргументацией. Вы сказали, что я приобрету у вас сентиментальное видение стройки и извращу свой взгляд. Как верно, я говорил. Вы сказали мне, что я должна найти смысл в себе самой. Смысл существования. Но вдали от вас я не могу дать своей жизни никакого направления. Без вас у меня нет будущего, оно бессмысленно. И мне тщетно заманивать меня вечно текущими фонтанами. Мое будущее представляется мне огромным пространством впереди пустынной равнины без единого дерева. И я вижу вас увязающим в песке вместо того, чтобы выбираться из него. Как если бы вы покорно принимали обвинительный приговор в свой адрес. Ах, чудовищный кошмар. Он возвращается ко мне каждую ночь в той или иной форме. И знаете, присутствие трех компаньонов на стройке совершенно меня не успокаивает. Мастер, вы должны меня послушать, я вас умоляю. Мое место рядом с вами, день и ночь, но никак не рядом с этими людьми, которых вы внезапно, непонятно зачем, пригласили на стройку. Если я, как об этом пишут, грозный архитектор, то ты, признайся, грозная племянница. О, знаете, я бы все же предпочла, чтобы вы называли меня дитя, нежели племянницей. Ну, и так скажите же мне, зачем на стройку явились Брис, Рок и Регис? Дойдя до той точки, на которой я нахожусь, я хочу сказать, в том возрасте, в котором я нахожусь. Да прекратите же вы уже говорить о возрасте, иначе вы еще глубже увяжетесь в песке. Дойдя до той точки жизни, в которой я нахожусь, я обнаружил, что разница между знанием и незнанием бесконечно меньше, чем принято считать.
Это даже сложно назвать разницей. Просто тонкая, пропускающая любой шум перегородка. О, любой существующей ныне вещи я могу определить, знаю я ее или нет, по направлению ветра. Во времена наивысшей жажды, я имею в виду отрочество, когда я столько читал и столько мучился через книги, путешествия, плоть, я глотал знания, как летучая рыба, выпрыгивающая из воды и глотающая мошек. Сегодня я нацелен на сумрак глубоководья. И уже не я узнаю, чего хотят Брис Рок и Регис, но ты. Я знаю это. Я это знаю, не знаю. Мастер. В ваших сегодняшних речах 1000 противоречий. 1000. Ты хорошо подсчитала? Все они лишь склонение одного и того же противоречия. Я устал от интриг. Но сохранил все то же огромное желание строить. Ох, мастер... Если вы знаете, чего от вас хотят компаньоны, зачем за ними шпионить? Но если не знаете, то я уже бегу шпионить за ними дни и ночи напролет. Понаблюдай за ними, по крайней мере, чуть-чуть, хотя бы немного. Какими бы ни были их намерения по отношению ко мне, я предпочел бы, чтобы ты... открыла это сама для себя. Но вам же тоже хочется узнать. Я прекрасно поняла метафору перегородки, пропускающей шум, но в каком месте ее продырявить? Имеются ли у вас точные вопросы, которые я могла бы задать? О, их множество, ибо то, что бы я ни говорил, любопытство... всегда управляла моей жизнью. Ну, будьте точны, мастер. Я задам те вопросы, которые вы захотите. Лишнее, это лишнее, дитя. Стоит лишь сформулировать вопрос, как я тут же нахожу на него ответ. Хочешь ты того или нет, возраст сократил антенны моей любознательности. По правде сказать, это касается всех троих товарищей. Потому что я задаюсь одним единственным вопросом, что общего с ними я имел в их возрасте, когда начинал в строительстве. Ничего. Вы не имели с ними ничего общего. Не заблуждайся, дитя. Не заблуждайся. Рок, Брис, Регис? Нет, Рок – это я. Ага. Начну заново. Брис? Да. Рок, Регис. На этот раз я больше не ошибусь. Должна вам признаться, компаньоны моего сына не приучили меня к визитам. Временами я задаюсь вопросом, осознают ли все те, кто от него в восторге, что у него есть мать, родившая его, и как у любого другого. У человека есть только одна мать, и таковой она останется навсегда. Если вы пытаетесь мне льстить в надежде, что я походатайствую перед моим сыном, то вы только зря гнали ваших лошадей. У меня нет никакого авторитета перед ним. Мы наслышаны о вас, сударыня, и пожелали непременно поприветствовать вас сразу же после того, как будут распределены наши обязанности на стройке, управляемые мастером. Ах, вы тоже называете его мастер.
Я считал это выражение приличествующим, исключительно мастеровым. Мне жаль, что у вас есть мастер. Обучает ли он вас обманывать, как это делает домашняя прислуга? Вы утверждаете, что много обо мне слышали. Ложь. Никто, включая моего сына, обо мне не говорит. Я вдова, сударь. От латинского слова «видуя», которое переводится французским словом «виде». Пустота. Я пуста, сударь. Кто, по-вашему, начал бы ни с того ни с сего говорить о пустоте? Никто. Значит, вы меня обманули, но поскольку это было сделано, чтобы доставить мне удовольствие, я вас прощаю. Я пуста и забыта. Мой сын не существовал бы без меня. И без него ни одного из этих зданий, которые он выстроил, не увидела бы света. Значит, у меня есть родственная связь со строениями, которые он никогда мне не показывал, так как знает, что я их не одобрю. Регис вас не обманул, сударыня. Ваша личность создала вам определенную известность. И о вас много говорят и на стройке, и даже при дворе. Ну вот. Теперь и этот олух начинает в свою очередь. Что вы надеетесь от меня получить? Я вас предупредила. Когда я говорю белое, мой сын говорит черное. Он даже настаивает на том, что земля вращается вокруг солнца. Хотя всякий может увидеть, что все это совершенно наоборот. Мой сын, господа, влился в так называемое просвещение. Иначе говоря, ему нравится сворачивать шею здравому смыслу и припудривать прическу модными идеями. Государь, видимо, задремал в тот день, когда утверждал план этой колонной фабрики. Я счастлив, сударыня, что вы первый затронули эту тему. Почему же? Колонны создают плохое впечатление? Профанация, сударыня. О-ля-ля! Вы ходите вокруг да около. Сударыня, Рок лично, единолично отвечает за это оскорбление мастера. Если я правильно вас понимаю, сударь, вы одобряете колонны. Не мне судить решение мастера, если оно не вызывало нареканий у царя. Я вам говорила, царь, государь дремал, когда ему показывали чертежи. Вы, Рок, не так ли? А вы, Брис? Видите, я больше не ошибаюсь. Ну ладно, господа. Я согласна с Роком. Мой сын действует как кощунник. Кстати, он всегда был нечестивцем, более занятым славой этого мира, чем Бога. Сударь, я не хотел бы. Конечно, не хотели бы. Злословие о своем сыне я привожу вас в замешательство. Вы, сударь, наиболее дипломатичный из троих. Беспокоит, не расставлю ли я вам ловушку. У меня есть глаза. Они не пустые глазницы. Признайтесь, что я вас привожу в замешательство. Ладно. Я такая. Я держусь в стороне от стада, блеющего в восхищении всякий раз, когда мой сын воздвигает новое здание вместо того, чтобы уделить время своей матери. Каждый может восхищаться мастером, сохраняя критический дух. Я говорю и утверждаю, сударыня, что искусство вашего сына несравненно
в фасадном портике, а также в рустовке колонн. Но признаюсь, что немного поражен именно появлением портика и колонн в таком тривиальном здании, как фабрика. Я не поняла ни одного слова из вашей речи, сударь. Вы не говорите, а проповедуете. Мне показалось, я слышу примерно те же речи, что у владыки архиепископа, чью мысль я охватила не более, чем вашу. Я сильно потрясена случившимся. Если мой сын меня послушал, он стал бы цистерцианским монахом и жил бы в прекрасном, в почитании Бога и неведении греха. А вместо этого он заводит дурное окружение и во все уши ловит рукоплескание глупцов. Он строит, 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 но никогда ни одной церкви, постоянные виллы финансистов, деревянные усадьбы для охоты и удовольствий, театры, тюрьма, парламент, солеварни, таможенные заставы, теперь металлургические заводы и фабрики. Какова ваша цель, сударь, выражающаяся как архиепископ о рустовке колонны в фасадном портике? Да на что вы именно нацелены, приходя ко мне с визитом? На его наследство? Сударыня. Что же такого? Чего в этом стыдного? У вас все равно амбиции меньше, чем у него в вашем возрасте. Теперь вы, в свою очередь, стараетесь мне польстить, сударыня. Абсолютно не стараюсь. Амбиции всегда казались мне острой формой глупости. Позвольте мне удалиться, сударыня. Наша болтовня принимает оборот, погружающий меня в глубокое беспокойство. Я пришел с визитом к человеку, знаменитому своим благочестием, и прошу принять мое почтение. Останьтесь, сударь. Я не позволю вам покидать меня так рано. И не надейтесь, что я смогу воспрепятствовать колоннам. Мой сын хочет их, и он их получит. Он усыпил бдительность государя. Достаточно об этом. Поговорим о наследстве. Настолько вожделенном для этого господина. Когда оно будет открыто? По мне, чем раньше, тем лучше. Ибо моему сыну надлежит отдохнуть. Здоровье мастера, сударыня, вызывает у вас беспокойство? Совсем не его здоровье. Он мощный, как дуб. Но его голова, никогда хорошо не работавшая и продолжающая деградировать со временем. Что бы у вас там ни было, господа, я очень глубоко привязана к своему сыну. Я вдова. Он мог бы получше проявлять свое сыновство. Но все же я его люблю и хочу оградить. Государи, великие мира сего не прощают тех, кто намеревается их получать. Ведь колонны для фабрики представляют мне именно уроком, который был преподан государю. Сударыня, есть вещи, которые я не смею выслушивать. Прошу вас позволить мне удалиться. Учтите, сударь, приходя ко мне с визитом, вы подчиняете себя моему разговору. Никогда не бывшему ни мягким, ни стеснительным. Останьтесь, прошу вас. И ничего не бойтесь. Бог меня услышал. Государь остался глух. Мы смиренные и преданные слуги мастера, сударя вашего сына и верные подданные царя.
Ну-ну. И несмиренные, и непреданные, как я догадываюсь. И мой сын вас успешно разъединил этим делом с колоннами. Я старая гусыня, над которой потешается, когда она не смотрит. Мне насквозь видна ваша игра, как и игра владыки архиепископа. Все вы претендуете на его наследство. Я вас одобряю. Я чувствую, что мой сын подвергается опасности, пребывая в этом строительстве. Если он будет вытолкнут вовне, я останусь довольна. Прошу вас не прибегать к насилию. Хитрость сколько хотите, но никакого насилия. Что подразумеваете вы под хитростью, сударыня? Самый хитрый из троих изображает из себя святую невинность. В вашем возрасте амбиции двигали моим сыном до такой степени, что он стал искать внимание любовницы покойного царя. Пусть один из вас соблазнит мою внучатую племянницу Альбину. И вы увидите, как мой сын уйдет со стройки из отвращения. Сударыня, что вы нам тут советуете? Если в его возрасте он потеряет свою дитятка Альбину, ему станет безразлична вся эта русская. Настало время отречься от состояния бесполезного созидания. Я люблю своего сына. Господа, имейте это в виду. Для него пришло время вернуться к Богу и ко мне. Сударыня, нам настоятельно необходимо удалиться. Мои речи вас пугают? Вы больше не понимаете, с какой ноги танцевать. Знаете же, что куртизаны мне смешны. И что с тех пор, как я овдовела, я живу в деревне. В деревне, господа, мне больше не с кем проводить время, кроме животных. Я прислушиваюсь, как они общаются между собой. Из этого я вывела для себя урок. Уходите же теперь. Я позволю вам удалиться, поскольку у вас зуд в ногах. Вы же останьтесь. Я? Да. Да, вы. Почему такая ненависть к моему сыну, сударь? Он не заслуживает, чтобы его любили. Я первая об этом заявляю. Но все же желать его смерти, судя по яркому блеску ваших глаз. Вы ошибаетесь, сударыня. Нет. Это вы грезите даже о его убийстве. Сударыня, подобное обвинение... Замолчите. Я считаю в вашем затуманенном гневом сознании, как в книге, отпечатаны гигантскими буквами. С чего это бешенство? Вы намеревались же вы все-таки его убить за эту фантазию с колоннами. Это не фантазия. И чего опасаетесь вы, владыка, и все те, кто подстрекает двор в обход царя? Чего вы боитесь? Нелепости здания? И что потом? Эта фантазия становится модной, сударыня. Ах! Да, сударыня, мне думалось, что владыка вам это уже рассказал.
Он должен был рассказать, но гораздо менее откровенно, чем вы. Сударыня, в настоящее время печатаются пасквили, включающие в себя тексты вашего сына об архитектуре. Религия в опасности. Вам не удастся так просто вывести меня из равновесия, сударь. Если верить владыке, мой петушок угрожает религии, топча моих кур. Перед тем, как вздернуть моего сына, мне нужны другие доказательства. Имеется ли у вас экземпляр упомянутых пасквилей, чтобы я смогла рассудить сама? Вот один из них, сударыня. Все зависит от впечатления мастера. Самые простые проекты приобретают оттенок зачинающей его души. Она накладывает отпечаток на все, к чему бы не прикоснулась. Не желая уподобляться большинству, будущего выше него, она никогда его не принизит, ведь оно не пребывает на ее высоте. Нет ничего неважного. Вы читаете или цитируете наизусть? И то, и другое одновременно, сударыня, ибо под этим скрыта тайна, в которую я желаю проникнуть. А я услышала много гордыни в этом, что вы мне продекламировали. Но какой вред это может нанести религии? Наконец-то я не могу не порадоваться этому. Мне показалось, что мой сын отошел от своего цветистого стиля. Где в этих незначительных словах скрыто преступление? Вы попросили у меня доказательств. Я вам их предоставил. Мне не следует заходить дальше этого. Меня лихорадит, когда я слышу, все зависит от впечатления мастера. Почему так? Потому что все зависит от воли Божьей, а не от впечатления мастера. Воля Божия могла породить впечатление мастера. Нет, сударыня, ибо ваш сын написал также следующее. Архитектор подобен благотворящим звездам, просвещающим мир. Тут вы узнаете движение просвещения, как его теперь называют. Вы его сами весьма справедливо только что обвинили. Ваш сын никогда не строит церквей. Ничего для Бога, все для людей. С этими колоннами для фабрики он зашел слишком далеко. Слишком далеко? Здесь следует остановиться, я согласна. Но без насилия, сударь, если я узнаю, что к моему сыну было применено насилие, я найду достаточно сил в моем старом теле, чтобы поднять восстание местных крестьян. Они пойдут, и если я их об этом попрошу очень аккуратно, перережут вам горло. Имеете ли вы в голове еще какие-нибудь сочинения моего сына об архитектуре? Он опубликовал то, что истинный свет принципов, предназначенных просвещать нашу эпоху, должен обратить человека действия к благоприятствованию общественным потребностям. Это его слово? Общественным потребностям? Да, сударыня, его собственные слова. Я вам не верю. Мой сын не мог написать общественные потребности. Именно так, сударыня. Вы пытаетесь придать ему смехотворность. Мой сын не мог написать общественные потребности. Вас подводит память. Вы путаете это с каким-то Жан-Жаком Руссо. Нет, сударыня, ваш сын написал общественные потребности в своей книге под названием «Архитектура, рассматриваемая как взаимоотношение искусства, нравов и законодательства».
Ну, хорошо. Это доказывает лишь то, что мой сын строит лучше, чем пишет. И я по-прежнему не вижу никакого повода к насилию над ним. Мой сын, сударь, доставил мне много печали с тех пор, как вбил себе в голову воздвигать здания. Скажите вашим друзьям, что я поддерживаю ваши действия по остановке дела с колоннами. Царь дремал, когда их дозволил. Но теперь они наделали столько шума, что царю предстоит проснуться. Колонны еще пройдут. Но общественные потребности нет. Сударыня, никакой царь, никакое правительство такого никогда не потерпит. Это все, что вы имеете мне сказать? Это все, что вы имеете мне сказать? Ничего подобного. Ровно напротив. Я много имею вам сказать. Сказать мне или сказать мастеру через мое посредничество? Я не понимаю вашего неожиданного гнева. Что я такого сделал? Совершил неловкость? Не понимаете. Вы назначаете мне таинственную встречу. Я с нетерпением жду часа, немного размечталась. Прихожу в надежде на комплимент, ну или хотя бы в намек на галантность. Но в этот момент вы меня расспрашиваете прямо в лоб, согласны ли вы быть моей посланницей перед мастером. Ну хорошо. Нет, я не согласна. Ну почему же так? А сделайте так, чтобы он меня об этом попросил. Может быть, он согласится? Он согласится быть вашим посланником передо мной. Вы прекрасно знаете, что у нас нет никакой возможности с ним встретиться. Ну вот я пребываю в том же режиме. В самом деле. Почему вы сомневаетесь в том, что я вам говорю? Знаете, вы хам и думаете только о том, как бы меня использовать. В конце концов, почему я вам настолько противна? Я не знаю, я уродина, у меня дурной запах изо рта. Напротив, вы бесконечно прекрасны. Прекратите говорить напротив. Напротив чего? Напротив уродства? Вы все время выражаетесь через противопоставление другим. Альбина, это я теряю голову в вашем присутствии. Не влюблены ли вы? Нет, но... Нет, ну напротив. Вы все более галантны. Какое состояние напротив влюбленности? Безразличие? Или отвращение, презрение? Вы меня судите строго, потому что я ношу мужской костюм? Особенно вы не хотите усложнять ваших дел с мастером, приударяя за мной. Хорошо, успокойтесь. Мой дядя не имеет никакого права казаться ревнивым. Я не могу прийти в себя. Кокетка. Вы кокетка. Ну, а почему бы мне не быть ей с мужчиной, который мне нравится? Ой, я прекрасно знаю, что обо мне говорят, что я не уважаю своего пола. Признайтесь, что это говорится, и что вы тоже так думаете.
И это говорится, но я так не думаю. Какая осторожность! Никогда ни одного мнения с плеча, совершенный куртизан. Вы знаете, вы были мне даже милее, когда вы имитировали барана, говоря «мастер». Альбина, вы на самом деле вскружили мне голову, однако я имею вам сказать важные вещи. Что вы меня любите? Давайте, говорите. Альбина, я вас умоляю. Умоляйте еще. Женщинам нравятся такие мольбы. Альбина, прекратите мной забавляться. Вы насмехаетесь надо мной в такой степени, что я не верю ни своим глазам, ни своим ушам. Я должен поговорить с вами из глубины сердца. Ваша голова, глаза, уши, глубина сердца, все ваши органы пройдут передо мною. Истинный урок анатомии. А я до сих пор так и не знаю, любите ли вы меня или нет. Я вас люблю. Вот, сказано. Хорошо, теперь поговорим о другом. Вы правы. Мы уже не в прошлом веке, мы не будем задерживаться, чтобы изрекать нелепости, в то время, когда на стройке есть неотложные дела. Мы любим друг друга, этого достаточно. Нет, Альбина, нет. Мы совершенно друг друга не любим. Я, кстати, слишком беспокоен сейчас, чтобы начать любить. И я не спал всю ночь. Хорошо, я буду вашей посланницей перед мастером. Ну, что вы хотите, чтобы мастер узнал? Так что он может полностью мне доверять. Вам доверять по какому поводу? По поводу меня? Значит, поэтому вы так упорно отказываетесь за мной ухаживать? Достаточно. Я вас заклинаю, Альбина. У меня есть высочайшее почтение к мастеру, и я готов стать его учеником. Если бы он открыл мне свои тайны, он получил бы в моем лице вернейшую услугу. Рок и Регис имеют другие цели. Без сомнения, мастер должен будет в ближайшее время согласиться разделить с ними управление стройкой. Это дело с колоннами потрясает небо и землю. Лично мне нет никакого дела до колонн. Я охотно соглашусь лишь сохранить видимость. Какую видимость? Мастер должен будет примириться с коллегиальным управлением стройкой. Вдвоем, вчетвером. Каков вопрос? У Рока и Региса своя точка зрения на эти вещи. Но я... Какое мне дело до личного управления? Мне оно показалось бы достаточно трудным. Если мастер сохранит видимость, будьте уверены в том, что он сможет на меня рассчитывать. Все будет продолжаться, как раньше. Ох, Брис, хоть я и одеваюсь в мужской костюм, я остаюсь женщиной, я просто теряюсь в ваших догадках. Правильно я поняла. Вы хотите заключить союз с мастером против Региса и Рока, если он сделает вид, что разделяет с вами авторитет на стройке? Вы правильно поняли. Но необходимо, чтобы он доверил мне тайны через коммуникацию. Ну какие тайны? Вы все говорите о тайнах. Когда вы о них упомянули перед ним в прошлый раз, он воскликнул, что вы располагаете ли какими-то там чертежами сечений, планами фасадов. Все. Я не из тех, кто оспаривает гений мастера. Но немало его части. Он обязан своим тайнам. Не делайте удивленный вид. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Об этом все знают. Министр знает, архиепископ знает.
Какова важность тайн для вас? Ведь вы нацелены только на видимость. Ну, при жизни мастера, да. Но после его смерти я не смогу обойтись без его тайн. После его смерти? Ну, да, Альбина, он стареет. Это следует предвидеть. После его смерти? Когда перестанут бить фонтаны? О каких фонтанах вы говорите? Я ни на одном чертеже не заметил фонтанов. Обо всех фонтанах? Ладно, не ищите. Из этих фонтанов вы никогда не напьетесь. Можете мне сказать, куда исчез ветхий человек? Ну почему ветхий человек? Он ветхий, дорогая Альбина. Старик уже, несмотря на вид, который предает себя. Забавный старик. В самом рассвете сил. Делающий всех вас завистливыми и ревнивыми до такой степени. Я ревную? Да, вы. Хорошо, может быть. При малейшем слове его касающемся вы воспламеняетесь. Ты мне нравишься, Альбина. Воспламенись один день для меня. Я обещаю тебе все земные радости. Ох, вы загораетесь в свою очередь. Жаль, что я не топливо. Твои глаза говорят об обратном. Мои глаза обманывают. Вы меня развлекаете. Стала бы ты поддерживать галантную беседу, если бы чуть-чуть не желала гореть. Вы меня заманили обещанием беседы о будущей стройке. Вы считаете себя обязанным начать ее с двух пальцев ухажера. Мне подходит. Они ни к чему не обязывают, а вам настолько не хватает искренности, что я думаю о другом, слушая вас. О чем-то другом или о ком-то другом? Что вы имели мне сказать по поводу стройки? Правда ли, что иногда вечером перед отходом ко сну мастер диктует вам комментарии по прошедшему рабочему дню? Кто вам это сказал? Я это знаю. Комментарии по продвижению работы наблюдениями за нами. Брисом, Роком и мною. Ну, раз уж вы знаете, мне было бы неприлично отрекаться. Значит, тебе известно его мнение о нас. Согласна, чтобы вы мне тыкали, сбывая ваши галантности. Это входит в игру. Но когда речь идет о мастере и о стройке, я желаю вас менее фамильярным. Значит, вам известно мнение мастера о Роке, Брисе и обо мне? Известно. Покупаю. Ваша цена? Очень дорого. Дороже, чем вы думаете. Я плачу. Предупреждаю вас, что наблюдения мастера лаконичны. Я запрошу дорого за очень мало слов. Назначьте вашу цену, и я заплачу. Хорошо, я хочу, чтобы вы меня оставили при себе, когда получите коллегиальное управление стройкой. Откуда вам известно о проекте коллегиального управления? Мне известно. Твоя цена мне подходит. Я слушаю, что он продиктовал вам про меня. Ну, речь идет о лапидарных суждениях. Не придавайте им особого значения. Я потеряю терпение, Альбина. Осторожно. Справедливо. Мастер продиктовал мне по вашему поводу не уметь ждать. Что? Съедаем амбиции, не умеет ждать.
Это все? Ну, для того, кто знает мастера, это уже немало. А про Бриса, что он тебе продиктовал? Ну, я назначила цену за наблюдение, касающееся вас. И не желаю, чтобы вы говорили со мной на «ты». Что он диктует обо мне, интересно лишь в сравнении с тем, что он думает о других. Что он вам продиктовал про Бриса и про Рока? Сначала про Бриса. Хорошо, я не помню точных слов, ну, что-то вроде ничтожества. А насчет Рока? А насчет Рока я очень хорошо припоминаю, что он диктовал мне свои наблюдения 3 раза, 3 вечера подряд. Первый вечер слишком абсолютен, второй вечер склонен к фанатизму, и третий вечер просто фанатик. Почему вы мне все это открываете? Догадайтесь. Ты кокетничаешь, или у тебя есть послание мастера для нас? Догадайтесь. Я хочу спокойствия, Регис, и счастья мастеру. С тех пор, как вы прибыли, Брис, Регис, Рок, вы все трое, мастер огородился стеной грусти. Не говорите Брис, Рок и Регис. Не путайте меня с Брисом и Роком. Почему мастер отказывает мне в доверии? Почему не допускает к принятию решений? Почему обращается со мной как с простым исполнителем, обязанным молча повиноваться, не пытаясь понимать? Если он попрекает меня лишь за чрезмерный пыл и нетерпение, не мог бы он поделиться со мной тайнами строительства? Опять тайны, и вы туда же. Будьте моей вестницей перед ним, Альбина. Поговорите с ним обо мне, как только он вернется. Скажите, что я обязуюсь поддержать его в деле с колоннами, если он передаст стройку под мою полную и единоличную ответственность. Ибо вы считаете, что ему необходима ваша поддержка. Он как дубовое дерево под угрозой. Под чьей, Регис, под чьей? Он назначает меня и меня одного своим преемником, а я уберегаю дуб от царских молний. Вот повосхищайтесь немного моим ухажером. Сначала осулит все земные радости, а потом дарит ветер. Наконец вы вернулись. Очень не рано. Никогда так не боялась за всю свою жизнь. Чего боялась? Чего ты боялась? Боялась? Вы исчезаете в течение 3 дней и 14 часов. Вас все ищут и задаются вопросами. Тройка прибирает строительство к рукам. Вы изволите этого не бояться? Где вы были? Ты требуешь у меня отчета, дитя? Нет, ну вы удерживаете меня настолько вдали от вас того момента, как тройка прибыла, что мне было бы сложно потребовать у вас отчета. Вы были у этой женщины? Да. Ну почему? Почему бывают у женщины, как ты считаешь? А у меня нет качеств, чтобы исполнить эту службу. Могла бы ты замолчать. Может, мне возвратиться к платью, чтобы получить обратно право выражаться как женщина?
тебя есть все права, дитя, не унижайся. Да. Знаю. Я пережила слишком много страхов, чтобы замолчать. Если бы вы дали мне право унизиться, такое же, как этой женщине, вы могли бы не покидать стройки. Время съездить и вернуться. Любая лошадь сбегала бы вдвое быстрее, если бы знала, до какой степени я испугалась. У лошадей не бывает такого рода интуиции. Мужчины как жеребцы. Мне пришлось заставить соблюдать планы во время вашего отсутствия. Кого заставить? Ваших троих сотрудников? Или вы ослепли? Они не думают ни о чем ином, как о предательстве, наследстве и всякого рода мерзостях. Тебе подчинились. Да, мастер, да. Представьте себе, это для вас я тут кудахтаю, а остальные мне подчинились, и планы были соблюдены. Не пытайся нести мою судьбу, дитя. Ты слишком молода, а она слишком тяжела. Ну и при чем тут ваша судьба в этом скакании? Судьба держит человека не за кончики волос, а за все тело, целиком. Да, я уже наслышана о ваших идеях о распутстве. Ой, ну, речь не о распутстве. Тогда о любви. Позвольте мне посмеяться. О совершенном наслаждении, о беспомощности. Об игре, опьянении, о сладострасти, о чем? Страсти. Я бы никогда ничего не воздвиг, если бы мною не двигала та же сила, что движет распускающимися розами. Ты никогда не видела, как я подбираю ветки? Ай-яй-яй. Я перескакиваю через овраги, как соревнуюсь в беге с моей собакой, взбираюсь на деревья. Я взбираюсь на деревья. Ты не видела, как я взбираюсь на деревья? Ты вольна называть это как хочешь. Это женщина вольна, чтобы с ней обходились, как с перескакиваемым оврагом или с деревом, на которое взбираются. Больно ей любить быть переломанной о колено, как ветки. Если в конце концов она с удовольствием этому угождает, скачите к ней сколько хотите. Только предупреждайте меня, когда только начнете разбирать. Таким образом, вы избавите меня от необходимости метаться ночью по стройке в поисках вашего трупа. Моего трупа? Ты ходила на стройку ночью? 3 ночи. Какая безумная и чудовищная идея. На таких огромных стройках по ночам рыскают бродяги, шатается разный сброд. Ты как могла меня там искать? Я искала вас в каждой дыре до рассвета, под всеми лесами, носилась во все стороны, до каждой степени. Мне было страшно обнаружить вас слишком поздно из-за несчастного случая. Какого несчастного случая, дитя? Какого? Вы в опасности, мастер. Быть может, лошадям не хватает интуиции, но у меня ее с избытком. Вы в опасности. Вы это знаете, вы пытаетесь от меня это скрыть, у вас не выйдет. Я умираю от беспокойства за вас, а вы, оказывается, ускакали к этой женщине. Знает ли она хотя бы о том, что вы зодчий? Ох, моя известность доскакала вместе со мной. Я не сомневаюсь. Но знает ли она, что означает быть главным зодчим в стране? Я думаю, что она знает это не больше, чем ты. Я-то как раз знаю. Я не хуже ее могу взбираться на деревья. И сверх того я знаю, что это. Я уже тебе говорил, что я не делаю большой разницы между знанием и незнанием. Как вам угодно. Но как минимум, пожалуйста, сделайте разницу между этой женщиной и мною.
если вы предпочитаете, чтобы она ничего не знала, молчите в тот момент, когда взбираетесь на нее. У меня кончилась батарейка. Нет. Подожди. Блин, ну. Куда-то все пропало. Все. Как вам угодно, но как минимум сделайте разницу между этой женщиной и мной, если предпочитаете, чтобы она ничего не знала. Молчите в тот момент, когда взбираетесь на деревья и возвращаетесь ко мне галопом. В любом случае, когда она точно не понимает, что вы ей говорите. Даже мне трудно догадаться, что происходит. Я шпионю для вас изо всех сил и совершенно ни в чем не продвинулась. Что ты обнаружила настолько пугающего, что заставляет тебя проводить каждую ночь на стройке? Я обнаружила трех ваших компаньонов. Теперь я хорошо их знаю. Мне удалось сделать так, чтобы они заговорили. Все трое готовы на все, лишь бы управлять стройкой вместо вас. Рок, чтобы упразднить колонны. Рока сжигает собственный пепел. Брис заявил, что ему было бы достаточно видимость. На больше он не может претендовать. Регис предлагает вам сделку. Вы назначаете его вашим наследником. Он обязуется замять дело с колоннами. Замять дело с колоннами. Дитя меня сжигает. Ни мой собственный пепел, распаленный мною пожар, никогда не будет потушен. Никогда. Что воображает Регис, что я уступил некой архитектурной фантазии, глупец? Никому больше не удастся замять дело с колоннами. Огонь загорелся, дитя, огонь загорелся. Мои колонны будут снесены только благодаря тому, что им удастся убедить царя, а после другие колонны вырастут на фабриках, в общественных банях, в игорных домах, на крытых рынках. Они уже не смогут ничего сделать, потому что я не пойду ни на какие уступки невежественному Брису, ни честолюбивому Року, ни фанатичному Регису. Я тоже был невеждой. Мы все с этого начинали. В юности я тоже сжимал челюсти и фанатично убеждал себя в своей правоте. У меня было предостаточно амбиций в пылу моего 20-летия, но мое честолюбие не было таким, как дурно сшитый костюм. Оно было широким, как развивающийся по ветру плащ. Понаблюдай за Регисом, его амбиция сковывает его, чопорное, удушающее честолюбие. Права в своих опасениях. Они не отстанут от вас, пока не добьются того, чего хотят. Они ничего не добьются. Я объявляю их недостойными достояния. Какого достояния, мастер? Какого достояния, мастер? Длинной цепи знаний, которую мне передали. Длинной цепи знаний. Значит, это и есть те тайны, о которых они безостановочно говорят и которые мечтают у вас вырвать? Мастер, ответьте, это так? Они действительно не смогут управлять стройкой в полной мере до тех пор, пока не получат коммуникацию этих тайн? Мастер, вы меня слышите? Вчера утром, когда я проснулся, мое окно было заиндевевшим. Чтобы поприветствовать чистоту восхода, я вывел на нем твое имя, дитя. Альбина. Альбина. Потом я принялся за труды, когда я вернулся к окну немного позже, иния больше не было. Твое имя исчезло. Альбина. Кого я должен обвинять? Солнце?
Мои тайны? Мои тайны записаны на инее, дитя. Если ты их называешь, они испаряются. Добрый день, мама. Добрый день, сын мой. Как вы себя чувствуете, мама? Все лучше и лучше, сын мой. Тебя это удивляет? Почему так? Ну так, то не так. Всякий раз, когда ты приходишь ко мне со мной увидеться, ты задаешься вопросом, в каком состоянии ты меня найдешь. Вообрази немного, если б я заболела. Какая помеха для тебя, настолько востребованного. Но вы все же не будете меня упрекать в том, мама, что я доволен, найдя вас в добром здоровье. Я тебя ни в чем не упрекаю. Я сказала, что тебя это устраивает. Ну, пусть будет так, меня это устраивает. Кажется, вы принимали некоторое количество визитов в последние дни. Ну да, как же. Я было начала поражаться тому, что стала так часто тебя видеть. Ты же меня не приучил к сыновьей любови, сыновьей почтительности. Ну ладно, хорошо. Да, я приняла с визитом твоих компаньонов. Они мне очень понравились. Все трое. Я люблю, когда мужчины в их возрасте куртуазны, без заискивания, умны, не считая себя гениальными, почтительны к религии и к царскому авторитету. Они пришли поприветствовать меня в терминах «достойных царицы матери». Мы поговорили о тысячи вещей, о тебе, о стройке, о том, что об этом говорят при дворе. В конце концов, меня этот визит очень развеял. Эти мальчики могли бы хорошо посодействовать тебе в твоей работе и уже предчувствуют тот момент, когда ты наконец-то сможешь отдохнуть. Несомненно, но вы поболтали с ними именно об этом моменте. Ну, конечно. Я им рассказала, что чем быстрее они смогут себя заместить, тем лучше я буду себя чувствовать. Интересно, из-за какой кривизны наших судеб, дорогая моя мама, ваши желания всегда шли поперек моим? Я знаю, что это тебе во благо. Намного лучше тебя. Раз вы раскрываете мое наследство, мама, вы не можете не знать, что в тот день, когда я прекращу строить, я умру. А разве я строю? И ничего. Прекрасно живу. Если бы ты строил поменьше и любил бы свою мать побольше, солнце не прекратило бы своего вращения вокруг Земли. Вы. Или Земля вокруг Солнца? О, я знаю, знаю. Вы хотите все поменять, даже движение Солнца. Вы называете это просвещением. Я знаю вашу философию и с грустью обнаруживаю, что мой сын, мой собственный сын погряз в этих идеях. Чем сильнее новая теория бьет по здравому смыслу, тем более она вам по вкусу. Каждое утро я вижу, как солнце встает из-за голубятни, и после, когда приходит вечер, я вижу, как оно садится за гумном. Но в угоду вашей моде просвещения вы утверждаете, что у меня помрачнение зрения.
Нет, сын мой, мое зрение не помрачилось. Это ваше просвещение затемняет разум. Мой сад остается на месте всякое благоразумное существо, опровергнув вас и поддержав меня, сделает вывод, что солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. К сожалению, люди твоего рода не желают больше верить глазам своих матерей. Я была вдовой, и у меня был сын, все время созидающий никчемное. Между глазами твоей матери и лживой абстракции он выбрал абстракцию. Это сделало меня дважды вдовой. Такова ли была тема вашего разговора с Брисом, Роком и Регисом? Именно такова. Я им преподала также, что вдова означает пустота, поскольку об этом не знали. Я знаю. О, Боже мой! Знаний у тебя предостаточно. Но какие правила ты из них позаимствовал? Ты покинул меня с моей пустотой и пристрастился к людям, наполняющим город и двор треском и дымом. Когда я хочу узнать истину, я доверяюсь моим собственным глазам и ушам. Сын мой, запомни, это от твоей своей матери. Мой сад не переворачивается вверх дном во время ночного сна, начиная вращаться вокруг солнца. Если бы это было иначе, то каким образом твои колонны и фабрики смогли бы устоять каждое утро на ногах? И полос, и мова, и все же она вращается, мама. Я не сомневалась в том, что ты не уступишь. Как только вы вбрасываете идею, потом уже не можете от нее отречься. Какой опломб постоянно искать рукоплесканий глупцов? Разве я строил только для рукоплесканий людей? Конечно, да. Я тебе всегда это говорила. Ты построил слишком много. Может быть, дорогая мама, но именно ваше вдовство было причиной моего неистовства. Мне необходимо было восстановить мировое равновесие, воздвигая строение. Ах, я много бы отдал в начале моей деятельности, чтобы увидеть вас хотя бы изредка захаживающей на мою стройку, взглянуть, как зиждутся стены. Никогда! Почему, мама? Никакая стена, никакой завод, даже с колоннами, никакой дворец не смог бы заменить твоего отца. Я знаю, мама, знаю, но так как он был мертв, мне не оставалось ничего другого, как строить. Ты должен был жить, как он. Жить со мной. Я жил зодчеством. Ах, ну ко мне нет сердца. Есть, мама, есть. Ты отвернулся от природы, чтобы восславить абстракции. Ты принес свою мать в жертву холодным и жестоким зданиям. Теперь прибыли твои наследники. Они хотят твоего конца, и они его добьются. В это же время ты продолжаешь отказывать природе. Ты отрекаешься от матери. Ты представляешь неподвижное солнце и вращающуюся вокруг него, как оса вокруг яблока, землю. Ты волочишься,
волочишься за юной Альбиной. Ты себя теряешь, а меня приводишь в отчаяние. Я никогда не отвращал глаз от природы, мама. Мои, как вы говорите, абстракции всегда принимали ее в расчет, но зодчий не должен подчиняться природе. Иногда он бросает ей вызов, иногда он дополняет ее, завершает, иногда он ее замещает. Природа выигрывает всегда, сын мой. Узнай об этом от меня, и лес покроет забытые руины твоих зданий, и вся твоя жизнь окажется напрасной. Мастер, простите, что я пришла надоедать вам, сударыня, вашей матери. Мастер! Ну, ты право же считаешь себя его служанкой. И что это за нелепый наряд? Когда все качественные мужчины узнают, что ты таскаешься по стройкам, ты останешься старой девой. А пока, будь добра, обращайся к нему, дядюшка. Мой дядюшка, на этот раз надлежит действовать. Тройка захватила строительство. Они отдают приказы и больше не считаются с чертежами. Вам совершенно необходимо принять каждого из них. Эти три парня создают себе сложности, сын мой. Тем лучше для тебя. Дерево не поранишь, соку не достанешь. Дерево с одного удара не валится, мама. Что от меня они хотят? Одну и ту же вещь. Увидеть вас, получить, бог весть что, предъявить вам свои претензии и выставить свои условия. Понятно. Я не люблю, когда меня принуждают или торопят. Больше никто то на стройке ничего не понимает, мастер. Срочно становится необходимым, чтобы вы заставили их замолчать. Постой, постой, племянница, постой. Не надо подталкивать моего бесхитростного сына на неверный шаг. Если эти три компаньона заговорили так громко, значит, им дали на это право. Хорошо. Я приму каждого из них в течение часа. Я буду вас сопровождать. Нет, племянница, нет. Куда ты хочешь его сопровождать, безумная голова? Ты останешься здесь, так как мне надо с тобой поговорить. И больше не называй его мастером, иначе я рассержусь. Мастер чего? Чей мастер? Твой, дуреха? Сегодня, завтра, завтра бомбастер. Окей. Бриз. Бриз. Я вас слушаю. Мастер, благодарю вас. Нет, пожалуйста, избавьте меня от этой вежливости. Вы затребовали собеседование, я дал на него согласие, и не за что меня благодарить. Говорите со мной без обиняков. На что вы жалуетесь? Чего желаете? Что вы мне предлагаете? Мастер, вы продолжаете ошибаться в моих чувствах и намерениях. Я никогда не дерзал отважиться быть вашим соперником. Я восхищаюсь вашим гением. Я почитаю ваш авторитет. Для меня большая честь работать под вашим руководством. Но я не смогу удержать положение на стройке, если продолжу пребывать в неведении тайн, вдохновивших ваши чертежи. Вот вы опять говорите со мной о тайнах. Нет никакой тайны. Я знаю, мастер, вы всегда отрицаете существование тайн. В
вы утверждаете, что все обозначено в плане. Абсолютно все. Мастер, план позволяет исполнение, в этом я соглашусь, но он не говорит о том, что вы сделали для постижения совокупности. Что я сделал? Я начал строить в возрасте 13 лет, Брис. Мастер, если вы не передадите мне ваше тайное, я окажусь в детском бессилии перед обширной совокупностью зданий, над которой я должен в настоящее время работать. Ну тогда вы, значит, хотите поговорить о законах искусства, которые вы ошибочно называете тайными. Мастер, не шутите со мной. Законы искусства я знаю. Вы так считаете, да? Со всей очевидностью наш разговор становится бессодержательным, если вы сомневаетесь в моей компетентности. Не будем биться из-за слов, но я совершенно уверен, что вы путаете законы с тайнами. Вы говорите о тайнах в том месте, где речь идет только о законах и о закономерности. Тем не менее, я допускаю, что можно обозначить тайными законы искусства. Моя мать, умеющая выражаться так же прекрасно, как сочинял Жириновский, сказала бы, что законы любого искусства становятся тайной для того, кто их не ведает. Хорошо. Я открою вам 5 великих тайн нашего искусства. Мыслите самостоятельно. Освободитесь от пут, мешающих выражению чувств. Разорвите цепи. Разгоните тучи первоначальных истин. Поднимитесь к принципу. Мастер, вы продолжаете надо мной подшучивать, это становится уже опасно, и мной овладевает гнев. Никогда вы не получили бы согласия царя на ваш колонный проект, мотивируя его тем вздором, который вы мне сейчас преподнесли. Вздор, как вам угодно. Лично я держу этот вздор за основные законы, или, как вы говорите, тайны нашего мастерства. Но я также могу передать вам секрет распределения масс. Так как мы находимся посередине леса, вот видите, расположение строения должно быть несложным. Согласны? Я не понимаю, к чему вы ведете. Оно должно быть простым и лишенным гарнитуры, уменьшающих площади. Вы по-прежнему согласны? Мастер, берегитесь моего гнева. Вы хотите стать истинным архитектором, да или нет? Я зачитываю ваше согласие с необходимой простотой, а также отсутствием гарнитур. Это означает, что проекция масс и конвекция основной части определяют решенный характер каждого здания в совокупности. Решенный? Кем решенный? Мной. Кем он может быть решенный? Чтобы увенчать центральное здание, я задумал пирамидальную форму, которая становится тем более необходимой, опираясь на окружающие ее строение фабрик, сгруппированных по периметру. Таким образом, вы видите, что, определив характер строений, пирамидальная форма взяла на себя игру массы совокупности зданий и придала общему целому красоту. Вот. Наконец, не забудьте, что стены обнажены и что весь план зиждется на базе строжайшей экономии. Вы хотели мои тайны? Вот, вы их получили. Ваша заносчивость и высокомерие перешли уже все границы. Через эту вертихвостку Альбину я передавал вам, что был готов пойти на сделку,
Но вы желали, чтобы я стал волком среди волков. Хорошо, я сумею взвыть громче других. Что же, войте, войте, вы можете даже скулить. Везде, только что мною доверенных вам тайнах, огласите, разболтайте, передайте насмешкам, всполошите ободранных собак, которых вы называете волками. Лишь тот, кто приготовился к получению тайны, способен ее получить. Вы тоже пришли ко мне с жаждой мести и желанием вырвать со злобой мои тайны? Одна единственная тайна мне необходима. И вам известно, какая именно. Как вам удалось получить согласие царя на колонный проект? Рок, вам не достает логики. Либо мне удалось это самым естественным в мире образом, просто поговорив с государем, по телефону, во что вы не захотите поверить. Либо это останется тайной между Его Величеством и мною. Есть темы, на которые не шутят. Скажите, Рок, вы что, сидите на дикобразе? Что? На еже? Что? Мои колонны вызывают у вас эффект огромных торчащих колючек, впивающихся в трусы, вот таких, как это? Вы свободно можете смеяться и шутить, пока считаете себя самым сильным. У нас есть приказ у Бриса, Региса и у меня воспрепятствовать колоннам. Приказ? При том, что царь ничего об этом не знает? Царь иногда делает вид, что не знает. Вы пытаетесь на меня надавить. Думайте, что хотите, колоннам не бывать. Но вы выходите из себя. Я выхожу из себя перед заклятыми врагами религии и служения Богу. Разве я не могу отдавать людям, не отобрав при этом у Бога? Святотатство. Почему святотатство? Считать, что возможно отобрать у Бога, это значит отрицать Его единство. Его единство. Клянусь, я вообще не понимаю, что вы под этим подразумеваете. Рок, я считал вас архитектором, но вот узнаю богословом. Мои комплименты. Однако, позвольте признаться, теология меня не вдохновляет. Чтобы думать, мне необходимо представлять формы и объемы. Лично я зодчий. В таком случае оставайтесь в пределах вашего восприятия и стройте так, как строили до вас. Условные строения для разнежившихся буржуазных народов? Я донесу о том, что вы оскорбляете подданный царю народ. Доносите, доносите обо всем, что хотите. Тем, кто вами управляет, ведя вас за узду. Вы, в свою очередь, выходите из себя. Я даю выплеснуться излишком гнева, это правда, но как, видимо, я прекрасно понимаю, что я ненавидим. Вы претендуете быть Божьими слугами, в то время как я слуга точности, не неукоснительности или строгости, но точности, не более чем аскетизма. Точность, точность, хозяйка моей жизни, точность. Я стал объектом вашего негодования потому, что точность уменьшает фанатизм. Вы обвиняете меня в фанатизме. Осторожно, чертов зодчий. Вы изобретаете идеальный город, в котором нет места Богу. Вы окружаете себя аурой тайн и мистериями волшебства. Вы загипнотизировали царя. Вас видели выходящим от Его Величества с белым порошком на рукаве. Вот что они нашли против меня, чтобы настичь и не спровергнуть.
Прекрасно, прекрасно. Тут узнаются стрелы, заостренные кабинетами в угоду ничтожеством, которые не способны ни на что другое, как штрафовать, штрафовать на выбор за это нарушение, за ненадетую маску, за снижение скорости. Вы меня оскорбляете. Да, вы почувствовали себя причастным. Я всегда раздвигал ограничения и заявляю, что пересажу горы, осушу болота, засыплю ущелья, только бы это послужило счастью людей. Предоставьте Божьим священникам попечение решать, что служит человеческому счастью. Нет, я желаю строить человека, одновременно воздвигая его обиталище. Колоннам не бывать. Отнюдь, пока я сохраняю управление стройкой. Вы его скоро потеряете. Увидим. Вы потеряете его вместе с жизнью. Очень скоро. Тебе не стыдно? Альбина. Стыдно за что, сударыня? Вертеться в постели моего сына. Ты и вправду не брезглива. Он теряет зубы и волосы. От него начинает дурно пахнуть. Ты не должна была бы даже позволять себя обнимать. Ох, обнимает он меня отнюдь не так и часто, я вас уверяю. И все же слишком, если хочешь мое мнение. Сударыня, говорят, что вы заключили союз с его врагами. Я заключила союз с врагами просвещения. Если они также враги моего сына, я тут ни при чем. На что вам сдалось это просвещение, сударыня? Вы ведь живете в деревне. Просвещение захватило моего сына и отвратило его от долга перед Богом, матерью и царем. Сударыня, царь всегда покровительствовал мастеру. Я тебя прошу, прекрати называть его мастером. За кого он себя принимает? И прекрати про него говорить. Теперь мы должны поговорить о тебе. У меня есть для тебя партия. Это подающий надежды молодой человек, который, как мне кажется, готов на тебе жениться, несмотря на твою вину. Мою вину? Какую вину? Ну, святая недотрога. Ты прекрасно знаешь, что я хочу сказать. А молодой человек из хорошей семьи. Ну, у меня нет никакого намерения выходить замуж. Да и вообще мне не нравятся молодые люди. Попробуй. И ты увидишь, что в любви свежая рыба вкуснее дичи с душком. Ах, у меня еще будет время выйти замуж. Сударыня, ваш сын в опасности. Повадился кушин по воду ходить, так и остался у реки. Моя самая большая опасность для него – это ты. Нет, сударыня. Дурная ты девчонка. В прошлом веке театры давали комедии о том, как вы, отказываетесь выходить замуж за бородачей. А теперь на тебе. Чем они старше, тем больше вы за ними гоняетесь.
Я ни за кем не гоняюсь, и в особенности за мастером. Значит, ты хочешь мне что-то доверить на его счет? Заговорщики при дворе и в министерстве воспользовались делом с колоннами, чтобы отобрать у него строй. Он упорствует и не идет на компромисс. Заговор разбухает и движется, ища повсеместную поддержку. Ну, в первую очередь у архиепископа, ну и, конечно же, у вас, сударыня. Говори яснее, какой опасности он подвергается? Опасности больше никогда не управлять ни одной стройкой. Я называю это не опасность, а богословением. Он достаточно возвик, ему пора отдохнуть. Я не хочу, чтобы он отдыхал. Какая страсть, дочь моя? Значит, ты так влюблена в зодчество? В его зодчество. О, да, сударыня, если бы вы знали, как оно мне нравится. Ты забавная девица. Но, может быть, ты и права. Эти три человека слишком к нему враждебны. Ему совершенно не нужно отдыхать, госпожа. Необходимо, чтобы фонтаны продолжали бить. Он вообразил идеальный город. Ему осталось только возвести храм счастья. Храм счастья! Ой, Господи! И чего еще? Мудрости. Он должен начать с первого мудрого шага, запирая от тебя двери своей спальни. Знаете, он уклоняется от меня, как только может. Он заставляет меня проводить время с тремя своими помощниками. Я больше не сплю, сударыня. Чем больше увеличивается опасность, тем больше я чувствую мастера отдаленнее. Почему? Ну почему? Ой, он отдаляется, потому что стареет. И потому что пташки твоего рода слишком часто бьют крылышками под его одеялом. Почему вы принимаете меня после остальных? Догадайтесь. Я не в том возрасте, чтобы отгадывать загадки. Вы так считаете? Я не могу управлять стройкой, о которой ничего не знаю. Я настаиваю на получении полной информации обо всем, что касается строительства, без единого ограничения. Невозможно. Более 7 лет я работаю над идеей, которая позволила строительству появиться на свет. В какой именно упаковке вам доверить эти 7 с лишним лет и какой тесенкой их перевязать? Я предлагал через вашу племянницу, через Альбину, разделить с вами и только с вами одним руководство этим строительством. Да, у меня чертежи есть, но они не объясняют, почему вы задумали все эти экстравагантности. Всех ошеломляющие, мягко говоря, и превратящие определенных церковных деятелей в бешенство. Зачем эти колонны и эти дома для рабочих, для приказчиков, для служащих? К чему эти портики и лесопилка, похожие на храм? Я долгое время строил для богатых и великих. Сейчас я хочу также строить для бедных. Не лепится. Бедные же ни на что не претендуют. Я буду претендовать за них. Дом для бедного – наилучшая школа зодчества. У великих и богатых ложные потребности, опирающиеся на испорченный вкус. Поверхностные люди изобрели моды и дистанции для того, чтобы допустить стили, препятствующие утончению вкуса.
Когда зодчий строит для бедных, он учится обходиться без орнаментовки, ублажающий современных гобсеков. Какое разнообразие возможностей на одной только голой стене. Представьте себе, ну... Высокие ряды глубоко расколотых камней, стены обнажены, отесанные, грубые, видимая кладка камней, игра объемов, пропорций. Все это позволяет мне обойтись без украшательства. Вы хотели получить мою тайну, Регис. Я только что вам ее поведал. Если это и есть ваша тайна, то я ее не услышал. Неужели сухая и холодная амбиция, что движет вашим стремлением управлять, не творя, решила вас лишить зрения и слуха? Если бы вкус и чувство гармонии можно было бы приобрести по цене золота, тогда лишь богатые, только богатые могли бы себе его позволить. Но вкус в совокупности с искусством не знает ни бедного, ни богатого. Я это вам говорю. Я, который так много построил для богатых. Достаточно нравоучений, мастер. Мое терпение подходит к концу. Каждое ваше выражение указывает на то, что ваше дурное здоровье больше не позволяет вам пользоваться авторитетом на стройке. Я опасаюсь, что мы должны будем запретить вам вход на нее. Вы не можете остановить то, что я предпринял. Это я в свое время пожелал, чтобы все места во всех наших театрах были сидячими, даже для кучеров. Кучера, надо сказать, вам совершенно за это не признательны. А социальный порядок был при этом утерян. Завтра общественная необходимость востребует, чтобы фабрики и рабочие дома радовали глаз так же, как его радуют божьи храмы и княжеские дворцы. Не пытайтесь ввести меня в заблуждение. Вы должны ответить «да» или «нет» на мое предложение раздельно. Если «да», то я уважаю ваши идеи, и несмотря на то, что многие из них мне кажутся смешными, если же нет, мы прибегнем к крайностям. Нет ничего вечного. Наши увлечения стареют так же быстро, как побеленный потолок. При чем тут потолок в нашем деле? Вы не дали мне ответа, который я желаю получить сейчас же. Мог ли я так много строить, не обращая внимания на политику? Политика обучает убийству. Ответа я до сих пор и не получил. Вы его получили. Но только вы не слышите, когда с вами разговаривают. Добрый день, мама. Добрый день, сын мой. Как вы себя чувствуете, мама? Великолепно, сын мой. А ты? А я скоро умру, мама. Умрешь? Ты что-то выдумываешь? Я ничего не выдумываю. Без сомнения, без всякого сомнения, мое время истекло. Я скоро умру. Да мы все умрем. Я сперва, а ты потом. И те, кто пойдет за нами, в свою очередь. Это не слишком любезно объявлять о своей скорой смерти и прежде всего собственной матери. И все же я считаю необходимым вам это объявить, мама. Ты не прав. Через пропускной пункт смерти я должна пройти раньше тебя. Таков закон природы. И я придерживаюсь его исполнения. У меня есть основания думать, что я пройду через него раньше других. Ты всегда хотел обойти всех. Доброго честолюбия, да, мне всегда хватало, дорогая мать. Вы это прекрасно знаете.
Со всей очевидностью. Тебе недостаточно быть просто честолюбивым. Это бы сделало тебя печально известным. Ты желаешь еще отличать высоких честолюбцев от низких. Я всех вас держу за низких. Могу ли я узнать, по какой причине ты так скоро умрешь? Не собираешься ли ты покончить жизнь самоубийством? Не совсем так. В тот день, когда ты станешь отвечать «да» или «нет», ты потеряешь престиж у глупцов, но вырастешь в глазах своей матери. Не думаешь ли ты покончить жизнь самоубийством? Да или нет? Самоубийством нет. Но я позволю себя убить тем, кто желает моей смерти. Потому что кто-то желает твоей смерти? Поздравляю! Вот, наконец-то, плод твоего честолюбия, сын мой. Вот он. Всех обойти и не быть похожим ни на кого. Прекрасный результат, воистину. Кто мог бы пожелать моей смерти? Я доживу до 100 лет, никому не мешая. Я все же надеюсь, что у тебя нет намерений покончить с собой. В какой-то момент ты меня испугал. Миллионы безумцев покончили с собой. Я испугалась, что ты захотел соригинальничать, смешавшись с этим стадом. Поверь мне, единственный способ быть действительно оригинальным – это дожить до 100 лет. Что я и намерена сделать. И не улыбайся. Это не так распространено и не так просто. Меня больше не будет здесь, чтобы тебе аплодировать, но люди будут говорить, что ты последовал примеру своей матери. Какова мать, таков и сын. Они прожили каждый до 100 лет и дольше. Вот погребальные речи с тех, что мне нравятся. В то время как я ненавижу эти мальчишеские шутки, единственная цель которых – напугать собственную мать. Но я больше не мальчишка, дорогая моя мать. Ты вновь становишься им, как только приходишь ко мне. На твоих стройках подмастерье. И мастеровые зовут тебя мастер. И мечтают сбросить с лесов, потому что с того момента, как человек становится мастером, люди стремятся его убить. Это в порядке вещей. Но передо мной мастера больше нет. Ты становишься снова тем, кем ты был всегда. Плохим сыном. Значит, ты не покончишь жизнь самоубийством. Нет. Ну, хорошо. Тем лучше. Ты, вероятно, переел. И из-за плохого пищеварения с переполненным желудком пришел в дурное расположение духа и сказал себе, пойду-ка я напугаю свою мать. Это приведет мой желудок в порядок. Хорошо. Твоя затея тебе удалась. Ты меня не испугал. Я больше ничего не боюсь. А если точнее, я настолько всего боюсь в настоящее время, что уже ничего меня больше не пугает по-настоящему. Знаешь ли ты, что при малейшем шуме ночью я начинаю трястись, как прическа на ветру? Почему вы упорствуете, продолжая жить в одиночестве? Я живу в одиночестве, потому что я одинока. Вот твоя манера устраивать дела. Почему вы упорствуете, продолжая жить в одиночестве, как будто это в моей власти, жить с твоим отцом или даже с тобой?
Вы могли бы жить с подругой. Какой подругой? Они все умерли, мои подруги. С другой стороны, у меня никогда не было подруг. Иногда я создавал себе иллюзии, но достаточно было... Быстро начинала чувствовать, что они меня недостойны. Недостойны. Ну как они могли быть вас недостойными? Они были таковыми. Поскольку все умерли. Я преклоняюсь только перед столетними. Зачем нужны друзья, которые бросают вас по дороге? Большое спасибо. Я не хочу подруг, обязывающих меня делать грустную физиономию на их похоронах. Я не хочу больше похорон. Когда будут твои похороны? Вновь и вновь, дорогая мать, вы стараетесь изо всех сил свести на нет мой к вам порыв. Я просто пришел к вам с грустью в сердце попросить прощения за то, что должен вас покинуть. Я живу покинутая уже долгое время. Ничего не поменялось. Прощай, мама, прощай. Я не хочу твоих прощаний. Куда ты идешь? Туда, куда направляет меня моя судьба. Не нарекай судьбой то, что я называю безумием. И не принимай этот облик Иисуса Христа, идущего на Голгофу. Ты не Иисус. У вас у обоих есть только одно общее. Он также заставлял страдать свою мать. Но он не мог поступить иначе. И хорошо вознаградил ее за это. Он позволил ей избежать смерти. Он взял ее в объятия и унес на небеса. Ты же заставляешь называть себя мастером. Но ты не Иисус! Тебе нет дела до твоей матери! Ах, мама, как я мог надеяться поговорить с вами спокойно о том, что со мной происходит? Спокойно. Прийти и сообщить мне, что ты умрешь? Так же просто, как будто ты садишься в дилижанс. Твоей целью является сделать мне больно, и ты сам не веришь в свою близкую смерть. Ступай. Я видела достаточно умирающих людей. У них было совершенно другое выражение лица. Они были намного безнадежнее. У меня нет никаких оснований чувствовать безнадежность. Весь человеческий род боится смерти, но не ты. Твои здания тебя переживут, не так ли? Твой взгляд видит дальше, чем наш. Ты вправду принимаешь себя за Иисуса Христа. Ну хорошо, будь ты перевоплощением Иисуса Христа. Я тебя проклинаю, сын мой. Ты вышел из женской утробы и не можешь желать быть Богом и быть сильнее Бога. Я тебя проклинаю. Вон отсюда. Я тебя проклинаю. Я запретила им насилие. Тебе я запрещаю умирать раньше твоей матери. Ты поднимаешься на жертвенник, и это исполняет тебя гордости. Ты хочешь возродить мир? Как это оригинально. Голгофа они везде. Вон отсюда. Я тебя проклинаю. Зачем ты покинул меня таким молодым?
Зачем это постоянное чудовищное противостояние? Отец! На этот раз мы не можем больше колебаться. Необходимо принимать какое-то решение. Ты хочешь сказать, принять окончательное решение? Прочие варианты себя исчерпали. Окончательное решение немного преувеличиваешь. Единственное приемлемое решение, скажу ясно, казнить. Не согласен. Слишком поздно идти на попятный. И ты думаешь об этом с самого начала. Я так и знаю. Я был прав. Вот доказательства. Совершенно нет. Мы бы все выиграли от компромисса. Какого компромисса? Мастер на все смотрит со слишком большой высоты, чтобы скомпрометировать себя с нами. В конце концов, я соглашусь с Роком. Табула раса. Я хотел его тайн, а не смерти. Его тайн, чтобы получить место. Пусть носит их с собой в могилу. И это будет так, как будто тайн никогда и не существовал. 6 колонн при южном входе уже воздвигнуты. Мы же все же не будем их сносить. После его смерти мы сможем прибрать к рукам авторитет настройки только такой ценой. Мы будем ураганом, потушившим огонь просвещения. Снесем колонны, но оставим его жить. Ты боишься? Да, я боюсь убийств. Кто тебе говорит об убийстве? Он погибнет на стройке от несчастного случая. Не просите меня в этом участвовать. Он сам выберет ту руку, которая его казнит. Каждый вечер он приходит на стройку после заката солнца. В зависимости от дня он входит в одну из трех дверей. Я знаю. Потом после ухода последнего рабочего он выходит либо через ту же самую дверь, либо через другую. Тем вечером дверь, в которую он выберет, станет дверью его смерти. Ты будешь на посту у южной двери, Рок у северной. А я буду охранять восточную дверь. Давайте все же еще раз переговорим с ним. Пригрозим ему. Объявим ему просто и ясно, какова наша миссия. Бесполезно. Он не уступит. Ну, попробуем. Он отказался от любых дискуссий и компромиссов. Южная дверь. Не часто он через нее входит. Как только он будет мертв, мы должны будем отречься от существования тайн. Раз мы не смогли их заполучить, это означает, что тайн не существовало. А Альбина? Архиепископ ей займется. Она отправится в монастырь. А если он передал ей тайны? Не женщине же. Подведем итог. Этим вечером он умирает. С завтрашнего дня Альбина отправляется в монастырь, и планы меняются. Я прикажу рабочим снести колонны. Подчинятся ли они? Они их снесут. Кто поверит, что рабочие взбунтовали сами по себе? Когда мастер будет мертв, все поверят всему, что бы мы ни захотели. Ты действительно так считаешь? Я в этом совершенно уверен. Но мы должны втроем поклясться никогда, никому не открывать обстоятельств его смерти. Клянемся? Клянусь. Клянусь.
клянусь. Альбина, они хотят умертвить мастера. Они хотят его убить. Простите, что я задыхаюсь, но я искал вас повсюду на стройке. Они хотят его убийства. Только чтобы они не узнали, что я вам это все рассказал. Этим вечером, после ухода рабочих, когда он будет возвращаться со стройки, он сам выберет руку, которая должна принести ему смерть. Альбина, незамедлительно найдите мастера и скажите ему, чтобы он не входил и не выходил через южную дверь. Альбина, поверьте мне, идите, бегите, вам нужно поторопиться, они действительно хотят его убить. Из-за этого дела с тайнами. Какими тайнами? Альбина, почему царь согласился со всеми стройками мастера? Он даже признал колонны. Под этим есть какие-то тайны. Альбина, поверьте мне, они действительно хотят его убить. Вы сошли с ума, его убить. Ну почему? Рок сказал, мы будем ураганом, потушившим огонь просвещения. А Реди сказал, когда он будет мертв, это будет так, как будто никаких тайн никогда не существовало. Бегите, Альбина, бегите предупредить мастера. Предупредить о чем? Чтобы он не ходил на стройку. Там его ждет смерть. Он не поверит мне и все же пойдет. Ну, тогда умолите его ни в коем случае не проходить через южную дверь. Почему через южную дверь? Не спрашивайте меня больше ни о чем. Главное, чтобы он не входил и не выходил через южную дверь. Мастер, они решили убить вас. Ах! Ах! Мастер, ну они так решили. Что ты мне тут рассказываешь? Вы прекрасно знаете, о чем я говорю. И я в ужасе от той мысли, что вы знали об этом с самого первого дня, как только эти три человека прибыли сюда. Нет, дитя, нет. Нет, я узнал об этом лишь потом. У меня были только предчувствия с первого момента. Мастер, они хотят убить вас. Они отправили тебя мне об этом сказать? Не совсем. Брис их предал и рассказал мне. Они ждут вас у южной двери. Брис не предавал их. Он просто играет двойную игру. Ну хорошо, дитя. Час настал. Какой час? Мой час. Момент с достоинством завершить то, что я предпринял с моего рождения. Но вы же не позволите зарезать себя, как барана. Моя мать имела последнее, первое, самое первое слово, твое будет последним. Что заявил тебе Брис? Что они ждут вас на стройке после ухода рабочих. Значит, на стройке. Я согласен, я глубоко согласен со своей судьбой, дитя, и хочу, чтобы ты об этом знала. Необходимо, чтобы это произошло на стройке. Но они хотят убить вас, мастер. Я это хорошо понял. Но необходимо будет это понять и тебе, в свою очередь, и с этим согласиться.
Я не соглашусь с этим никогда. Я пойду с вами на стройку и прирежу их в спину. Почему в спину? Потому что лицом к лицу мне будет слишком страшно. Они не убьют вас, мастер. Пока я жива, они вас не убьют. Да нет, дитя, да нет. Я не искал смерти, но и не буду спасать жизнь ценой стройки. Я задумал ее слишком прекрасной и великой, чтобы оставлять таким людям, как они. Они ее не возьмут, я сама их убью. Вестница и свидетель, тебе предстоит нечто большее. Чья вестница? Свидетельница чего? Вестница моей судьбы, свидетель моего воскресения, ибо я воскресну, дитя, я тебе обещаю, я воскресну. Мастер, перестаньте говорить загадками и притчами. Защищайтесь. Я пойду позову царских людей, чтобы они проводили вас на стройку. Остерегайся это делать. На чью сторону склоняется государь сегодня, мы не знаем. Ты разумно останешься здесь. Я пойду на стройку. Как все дни с тех пор, как строю. Я увижу, что они от меня хотят. Это плохие товарищи, дитя. Я им не оставлю управление стройкой. Но они его получат, если убьют вас. Они будут считать, что получили. Они не знают моей тайны. Я передам ее тебе. Положи руку на сердце. Вот так. Удержи биение, овладей дыханием, расслабься. Посмотри мне прямо в глаза. Я передам тебе тайну, я не смогу. Я никогда не смогу избегнуть смерти, дитя. Овладей дыханием, расслабься. Я сегодня, завтра, позже... Я умру. Строительство продолжится. Другой придет, чтобы меня заменить, и ты его узнаешь. Ты его узнаешь. Мастер, вы не должны соглашаться умереть. Вы не должны оставлять им строительство. Ты узнаешь его по свету в глазах. Вам не потребуется обмениваться ни знаком, ни словом. Ему и только ему ты сможешь повторить то, чему я тебя научил в то время, когда ты помогала мне выправлять чертежи и печатать планы. Мастер, ни одно из зданий не имеет крыши, и вы соглашаетесь, что вас убьют? Пройдет некоторое время, прежде чем... Ты узнаешь, что я воскрес. Настоятельно прошу мне доверять. Ни одно издание еще не покрыто. Мне страшно. Другой придет для крыши, малыш. Я обтесывал первые камни в ожидании зимними ночами, пока стройка будет в руках моих убийц. Приходи смотреть на обрешетку крыши, через побелевшие ребра каштановых балок. Из стропил ты заметишь звезды. Ты будешь нуждаться не в крыше, дитя. Ты будешь нуждаться в вере, надежде и любви. В вере в кого? В надежде на что, если вы будете мертвы? Я восстану, дитя. Я восстану. Ты признаешь свет в глазах того, кто придет. А...
Ты признаешь свет в глазах того, кто придет. И ты поймешь, что это я. И сразу после этого на стройку вернутся силы и крепость. И ты будешь смеяться, ты будешь смеяться. Но почему вы послали меня к ним? Я хотел, чтобы ты стала свидетельницей их гнусности в тот час, когда будешь свидетельствовать о моем воскресении. Еще до твоего рождения я строил для тебя. Куда вы идете? На стройку? Я еще ни разу не пропустил ни одного заката солнца и ни одного ухода рабочих. Даже если бы я избежал их сегодня, завтра они все равно бы меня отыскали. Я умоляю вас на коленях, мастер, не ходите. Не надо меня разочаровывать, дитя, ведь я тебя избрал. Нас так мало, ты знаешь. Мы малочисленные, несколько хрупких звеньев в невременной вселенской цепи. Не оставляйте меня одну. Не оставляйте меня одну. Нас мало, но достаточно, чтобы ты никогда не оставалась одна. Я вас прошу, не ходите на стройку этим вечером. Завтра, но не этим вечером. Полноте, держись, как я тебя научил, совершенно прямо, рука на сердце, чтобы сдерживать движение. Мастер, это притча. Вы не умрете? Нету крыши. Нет! Нету крыши, дитя, поэтому, когда я был ребенком, меня называли сыном вдовы, поэтому я созидал, поэтому созидать будешь и ты. Но ведь я девушка. Что из того? Я воскресну, дитя, воскресну. Я воскресну, дитя, воскресну, также в тебе. Нет. Да. Thank you.